Оператор, снимай без ошибок, ёшкин ты кот, потому что мы шоу, потому что мы на привозе. Друзья, всем привет, с вами Витя Скрипан. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки, Мараджан будет попозже. О, шухер-мухер. Ага. Что хотел сказать. Рыбный ряд. Буквально до недавно у меня аж губа трусилась туда зайти, а сейчас пока не надо, потому что селедки пруд-прудик, кстати, у нас даже с собой. Сейчас мы едем, уже какое там, после 20 число, самовар Артур должен был наполировать, ты что, не то чтобы я уже весь мир ждет, какой у нас самовар получится. Раз мы едем на барахолку, день хороший, да? Нас рыцаря сегодня взял? Рыцаря тоже взял, я уже думал, ты вообще разговаривать не будешь, может поздороваешься? Доброго ранку, мы из Украины. Так и да, ребята, всем шалом. Ага. И как я говорю, если мы едем на барахолку, значит что? Нас сегодня помотает по Одессе маме, тудой-сюдой, заедем, короче, к уважаемым. О! Нам Майя Ивановна подарила скажи мне, самовар. Да. Так мы сейчас после барахолки к ней заедем, селедочки завезем. Там, короче, копченое, горячего копченое, копчение собственноручного приготовления. Да, малосольное, завезем ей, короче, в гости. Заодно и самовар покажем какой. Может, скажет, верните обратно. Да ты что-то отдадим, я тебя умоляю, у Артура еще есть. А, чувствуешь, как привозом пахнет? Да ты что? Не, а мы едем не просто так, к Майе Ивановной, к Кармену заедем. У нас же есть огород, и нам все люди хотят что-то таки дать. Майя Ивановна что-то навыкапывает. Арменчик сказал, даст, как они? Хосты, хоспы, хоспиталь. Пройди, пожалуйста, чтобы я на дороге не стояла. Короче, красивые цветы, и нам надо укоренитель. А раз мы возле привоза, здесь агромаркет. Вот один, смотри, напротив. А? И один есть с нашей стороны. Вот молодцы ребята, конечно, устроили магазины. Как ни крути, в агромаркет попади. Идем. Даже на Таирова маленький есть. И на Таирова есть, потому что сеть, о, он стоит, видишь, ждет нас, рукой машет. Сегодня такая парусность высокая, меня сдувает. Слышишь, так своими бедрами, елки-палки, ходи боком. Да не, не поможет, Сережка. Ах ты, привоз, привоз. Здесь можно даже поджениться, не то чтобы влюбиться. Тебе надо? Эх, там Виктория, Игорь Копченый, Баба Катя, Славик, все, ёшкин ты кот. Ну мы бы же зашли сегодня на привоз. Да надо ехать там, чтоб Артур наш самовар никому не продал. Может, мне еще что-нибудь надо, а? Сережка, давай хоть посмотрим. Катюня! А, это что? Аж слюна течет. На не что? Знаю, что-то на штампе. Вентилятор, ну успокойся. Дай людям показать. Это сакуры какие огромные. Вишня гуляста на штампе. Ух, ёшкин ты кот. Огромная. Это все они? Ну, не знаю. А вот смотри, какой молодой, но серьезный. А? Слушай, прям ветер ветреный, Катюша, да? Идем, чтобы тебя не продуло. Идем, как же я по барахолке растений. Бедненькая ходить буду, а? Не знаю, будем тебя с Маратом под ручки держать. Хорошо. Я с Маратом договорился, говорю, давай, редненький, подходи сюда в агромаркет, мы зашли и вышли, нам почти ничего не надо, но как обычно мы что-то возьмем. А он говорит, Серега, не могу, у меня этот, клюет в него. Ты знаешь, кто у нас рыбак? Даже из дому не выходит. Ага. Открывай сидит дверь, шпилит, пошли. Он на днях поймал акулу гигантскую на 574-400 килограмм. Короче, какой-то там рекорд почти сделал. Вот рыбак. Заходи аккуратно. Зашла. Будь как дома. О, как тут тепленько. Ой, как тут тепленько. Да, ты что? Здравствуйте. Ребята, здоровенькие были. Обожаю здоровье. Посмотри ух на эти. Ты что? Ё-моё, что за фалосы? Это что за... Как они? Это же не кактусы. Кать, да посмотри, я такого не видел. Здрасте. Здравствуйте. Кто у вас маникюр этим цветам делает? Обалдеть. Катюня, посмотри сюда. У нас такого еще нет. Это что, еще потом сварить можно? Не знаю. Катенька. Гипер Аструм, простые мамбо, амарилис. Хорошо, смотри, я с тобой долго спорить не буду, сразу тебе говорю. Мне надо вот таких парочку. Зачем? Особенно три. Ты не понимаешь, что это за красота? Мне не очень. Традисканция. Таким. Катюша, запомни, с вот этого маленького я лично выращивал. Отщипываешь, ставишь в водичку, он из такого разрастается вот такой вот огромный возьми, шар. Потом да любой водичку, Майкл Джексон в молодости позавидует, вот какая шапка. Одного помнишь, как они раньше ходили, микрофон? Одного тебе достаточно, Сереженька. Да хотя бы давай два, нет, хотя нет, липование говорят, что два это не... сделаешь, как положено себе. Будешь смотри, выращивать. Как говорят липование, один не закусывают, два это на покойника, а вот три то, что надо. Давай нет, три. Сережа, один, а два вырастешь. О, пошли, тебе же еще укоренитель был нужен.
А это что? Ой. Фисташка. Вот хочешь, я тебя сейчас что, поймаю обманешь? Тебя за одно место. Давай. Вот сейчас скажу тебе, а давай-ка мы магнолию возьмем штук 5. Так ты сейчас аж в припрыжку попрыгаешь. Могу, конечно, с удовольствием. Не разрешила, понимаете? Елки, он говорит, один возьми и успокойся. Я в следующий раз без нее приду, так что все нормально. Дашь мне гроши с собой, поняла? Блин, как уродила. Спасибо, где-то девочка, а вот она. Спасибо огромное. Вот ты пересадила орхидеи. 3 цветут, просто кошмар. Обезьяну теперь стала завести еще, чтобы дома бегать. Хотя хватит мне и своей. Так, шо? Катюша, ты посмотри. Этот киви еще лучше даже, чем мы взяли. Блин. Ё-моё. Что там, Сережа, у тебя? Это, блин, высокоурожайный. Давай еще один киви возьмем. Сереж, одного нам достаточно. Да ты не знаешь, как я их люблю. Я ругал. А теперь хочешь киви засадить весь огород? Вот у нас уже беда с тобой, разные вкусы. Да, вот мне гортензия нужна. Вот, а мне кисленького хочется. Может, еще какую-то возьмем? Или подождем, когда цветущие будут? Катя, здесь малая часть того, что есть в интернет-магазине. В интернет-магазин заходишь вот и просто киви там... Киви-человичий запыльник. Кто-кто? Человичий киви. Киви есть девочка, есть мальчик. А есть тот, который самый опыляющий. В основном по мясу и по рыбе. И не без этого, елки-палки. И мясо, и рыба, и сюда, и как это, заходим. Спасибо взаимно, да. А вот это знаешь что? Что? Глициния китайская. Тебе нравится? Плетется. Она знаешь, какая она красивая, Катя. Она красивая, она такими именно свисает. Желтые, фиолетовые, белые. Очень красиво. Арки делают, поняла? Так это быстрее, чем роза растет и красивее. Я такие фотографии видел там. То ли английские королевские дворцы. Ну, короче, очень. Достаточно, Сереженька. А вот бонсай, смотри, какой. Бачишь? Я за таким огромным ухаживал. Бонсаем? Да. О, смотри, у гвоздички. Елена Петровна, шо-шо? Гвоздички. Катя, так это что-то, судя по листикам, это геть не то, что ты купила. Ты думаешь? Вот это да. Что, давай штук 10 возьмем? Нет. Да что ты посмотри на них, скидка какая, елки-палки. Здрасте, здоровенькие были. Спасибо, родненькие, не надо, пока сами справляемся. А чего не дай укоренитель? Мы сейчас будем садить, короче, вот все, начиная от лаврика, от хостов. Короче, вот то, что по земле растет. Дашь? Звисно. Катюня. Ты слышишь, как человек? Только сказал, дашь, звисно. А с ней надо, понял, мне массаж ей делать, там всякую ерунду вот эту вот, она придумывает. Ой, вот ты еще только не жаловался. На 50 литров воды. Давай на 50 литров воды. То, якщо залишити, просто проливайте зверху, потім вона буде стимулювати коріння, щоб воно гарніше росло. Щоб ти був здоров, йо-моє, 75 гривень, всього на 50 літрів? Ти що, пол гектара можна засадити? Ну, то... Обалдеть. Ты бач? А я думал, ты сейчас потратишься. Катя, я нам только что сэкономил. Давай еще традисканции наберем на сдаче. Пожалуйста. Молодчик, а саженцы ореха у вас есть? Звісно. Орех. Фундук, волоски, орех. Слушай, вот грецкий... эти мне тоже вересы нравятся. Это верес? Ну, он сложно растет. Там надо песка много. Да, он серьезно? Такой. Ну, да, интересный выращивание. Даниэля, медовое дерево. Мы сейчас будем у моей ванны. А ты какой-то плющик ну, так еще спросишь. Хотел. Там у моей Ивановны есть вот такое вот растение. Оно красиво вьется, да. Хорошо. Я думаю, что она нам сейчас тоже откопает. Не будем набирать. Там же и лаврик есть, все, что хочешь. А ну, давай еще вот здесь посмотрим, что... О! Катя, я переживаю за твой самовар. Чего? Сейчас поедем, Сереж, смотри. Ну, это Артур, как это, явление временное, понимаешь? Ты вот захотел и уехал полировать там кому-то что-то. Что вот такое? Не знаешь, черемуха какая-то. Ух, ешкин ты кот. Что-то файное. Ну, почитай, вон же там наклейка. Пиэрис японский, трехричный. Розалинда. С усиками. Красивый, да, пиэрис? Да, очень красивый. Что-нибудь из хвои? Мне кажется, у нас уже озеро какие пошли прямо. Ух ты, это что, такие новенькие, да? Да. Просто они такие короткие, никогда не видела. Думала, что они как-то... Катюша, я бы такой, что у меня уже, как это, педали горят. Я уже хочу ехать на барахолку. Едем, едем. А этот моя какой ты симпатичный. Принцесса. Что это? Что это? Мадрина Даурская. Это Гедрин Мадрина, вот эта вот поговорка есть известная. Хорошо, иди рассчитывайся, поехали. А мне ничего приятного не возьмешь?
А? Мне ничего приятного не возьмешь, да? Пирожок тебе с картошкой на барахолке, если нам Хорошо, повезет. Поехали. Да. Ух ты, фисташка, бачишь? Смотри. Киргизская. Здрасте. Я думала, они только иранские, оказывается, киргизы тоже молодцы. Фисташки умеют. Посеки туйки красивые. Угу. Внизу там пошел, такой, да? Понял? Это как это? Как у человека, там и под мышками. Угу. А вот жасмин какой-то модный, домашний, наверное, да? У нас же не такой жасмин с тобой. Это он пахнет? Это он, походу, пахнет. Ох, и пахнет чаем зеленым, ты с собой Слушай, не брала. Слушай, обалдеть, как пахнет, ничего себе. Берем, сколько стоит? Он какой-то другой. Ну, потому что пахнет. А он не домашний? Да сейчас Оно узнаю, страшно. А что, ты не хочешь, чтобы так дома пахло? Нет, дома мне так не надо. Ёшкин кот, Спроси, очень мощный. Это домашний? Кого спросить? А он мальчик. Ага. А это домашний или уличный? Темнатный? Да, ты что, Катя? Такой в туалете поставил, и утенок не нужен. Вообще, ни утенок, ни вытяжка. Вот чисто шикардос. Нереально. А что он почем? Или он бесценен? Так, хотя бы просто интересно. Может, не нам, а людям пригодится. Да ты что, Катя? Да у тебя там пшикалка для туалета в разы дороже, елки-палки. Еще и скидка сумасшедшая. Берем, по-любому, берем. Ты его в ванной поставишь? Я там поставлю, где буду селедку коптить. Оно же тебе пахнет, понимаешь? А на улице он не будет расти, да? Это в комнате надо. Его поливать надо, опрыскивать надо, он любит влагу. Кучерявить его. Катюша, ты посмотри сюда, видишь? Сейчас почти кошек. А до следующего 8 марта я тебе восьмерку выкручу. Ага. Так не, может, я на ее полтинник еще и 50 накручу здесь. Когда у тебя днюха? А, я помню. Да ты что? О, иди, Катенька, иди, тут что-то гадают сегодня. Можно брать бесплатно разворачивать? Вот выбирай, это печенька, печеньки знышка. А вот же, а это что? Это и знышка так само, можно так знышку выбирать. Можно без печеньки. Можно печеньки. 40%. 20. Сколько? У меня хорошая получилась. 20%? Да, 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 да. Представляешь, как это? Так что да, задышайте. Наверное, не всем такая достается. Ты не выбрасывай. Ну, я не выбрасываю. С Артуром такое не прокатит? А, хотя не, он так полирует, что с ним даже торговаться не хочется. Просто руки золотые. Да ты что? А как ты его будешь горшочек формировать? Катюша, берешь проволочку вот такую вот маленькую, делаешь еще такой ободочек и выпускаешь, смотри, оно же прет без остановки. Как? Ну, посмотрим. Да в твоей комнате туалет еще никогда так приятно не пахло, вот я тебе говорю. Да. Какой-то, я даже не знаю, какой-то не, он очень, японский очень аромат. Очень ароматный, да. Но... Ты не возражаешь, если я по пару листиков буду вырывать и так вот в кармашки боковые кидать себе? Чтобы от меня всегда. И в трусики не забудь обязательно положить тоже. Ту, ёшкин кот. Смешно. А в семейных не держится. Приклеим пластырем. Ближе, чем. Все, давай, туши, рассчитывайся. Жасмин? Комнатный. Я понял. Полянтхум. Какой-то полянтхум. Пахнет, понюхайте его как он. Интересно. У меня жасмин в саду растет. И у нас тоже жасмин в саду растут, а это какой-то другой. Кучерявый, да. Так к ним как не зайдешь, все время удивляешься, думаешь. Ну не бывает. Платите. С удовольствием. Здравствуйте вам. 067 Екатерина Николаевна. А, да, что-то мы там размотали, короче, да. Ой, простите. Аккуратненько. Не, у нас нет, ваш давайте аккуратненько. Да, я знаю, знаю, знаю. Да я их такие выращивал. Просто в те времена еще не было телефонов, чтобы сфотографировать. У меня вот такой огромный шар с него получался. Его меня кто-то меня еще жег. Катя, это я знаю, что с ними делать. Не будешь брызгать, значит, он ты не будет. Ты увидишь, как он попьет, ты меня сама веточки. Сюда погонишь, добрать все остальные. Нарочку развесил, пока твоя роза распустится. И вот, знаешь, какие будет красота. Я говорю, у меня есть фотография. Я еще на балконе, я когда знаю, в коммуне жил. Цветут, а я не жил, когда с тобой ты не знаешь. Ты что думаешь, что только у тебя такие цветочки были? Все, я выключаю. Там. Прям расстроило меня. А ну дай язык.
Это для этого? Для болтливых мадам, которые не хотят покупать? Нет, это пробиваем чеки в себе. Ага. 74. А куда я полез? У меня же нет денег. Давай. Рассчитывайся. Ох и будет пахнуть. Ох, хороший будет у тебя пахнуть. Такой, слушай. Получился. Да. Прям... Катя. Шикардос. Слушай. Тут как в хорошем казино, ты по-любому без проигрыша. А давай денег. Деньги есть? Да. Да, гутивка. Катюня, ты посмотри, что это за чудо. Давай я постараюсь не дрожать, а ты аккуратненько сними. Спасибо большое. Нет, это мы не купили, елки-палки. О, нет, сдачу я заберу. Ага. Верес, красавчик. Сережа. А чеки можно и ей отдать. Это вы вот так отдаете? О, я так нет, хочу, мне нравится, спасибо. Какие вы большие молодцы. Ребята, спасибо. У вас спасибо тепло, большое. Душевно. И без вас никуда. До свиданечка. Да, вот это надо радоваться мелочам. Посмотри, как приятно. Да, да. М? Какие молодцы. Мне радостно. Я тоже вышел с хорошим настроением. Ой, видишь, ты. Жених. Слушай, дай я это, рыбака этого наберу, елки-палки. Набирай. Или он сейчас опять скажет, у меня там сом на полтонны, и я с вами не поеду. Ты знаешь, наверное, хорошо, что ты взял этот жасмин. Сережка. Что-то... А кто сомневался? Я нет. Есть. Я куплю ему какой-то винтажный горшочек. В самовар посадим сегодня. Маратик, что, поймал? На сколько? Амур... Амур черный трофейный, 29 килограмм. Все, варим уху из него. Давай, собирайся, я заезжаю. Мы сейчас будем минут через 7. Давай, ждем тебя. Поздравляю тебя, обалдеть. Слышь, а что, бывает черный амур? Я думал, только белый. Трофейный. Но вот рыбак, же, вот рыбак. Игра. Да? А, короче, уху не варим, да? Угу. Все, Катюня, гай-гуй, подались. О. Товар у кого-то улетел. Ё-моё, подбирай. А не, вон идет. Да здесь такое не профукают, здесь такое продают. Я же говорю, аккуратненько смотри, смотри, смотри на дорогу. Ветер людей, пипец, сколько надуло. Да что вам ветер, я вас умоляю. А Марат, кстати, поздоровался? Капитан собственной персоной поймал, короче, этого белого, черного трофейного амура. Мы два... сразу же к бляхамухе поедем. Это не бляхмух, это Артур. Ты, балда. Но он так красиво говорит бляхмух. Ну, талант. Катя, это не меня, ты на барахолке, все, чтобы нас с Маратом и не видела, ешкин ты кот. Так ты все равно едешь быстро. Снимай, смотри, сколько людей, кубки, что угодно. Обалдеть. Марат, тебе что-то надо или как обычно? Нет, просто прогуляться, посмотреть. Ну, вдруг что-то интересное. Ага. Опять же, коты побили все рюмки. Да вы что, Марат? Да тебе надо металлические какие-то. Или... Да не, ну как металлические, я люблю пить с этим. Или котов перестать поить. Ты кружку не хочешь тут себя с железной ручкой? Она как такие... это? Она не бьется, ее просто слышно, когда она падает. А есть рюмочки такие железные, знаете, Марат? Знаю, у меня даже есть. Вы такие не любите? Подарили на день рождения. Тогда я своим котам пусть они с ней играются. А с других Сереж, я бы хотела идти пешком, а не ехать на машине. Катюша! Долго ты еще будешь меня вести? Не понимаю вот этого вот, что ты... Это похоже на издевательство. Он же место ищет, Катя. Да я не ищу место, я еду поближе к Артуру. Что мне с этим самоваром потом ходить? Хорошо, а я еду, у меня слюнки текут. Ну так сейчас вернешься, будешь ходить, ешкин ты кот. Смотри, я уже чуть не сказал, что ты гундосишь. Сереж, ну тебе. Ну вот, ты сама напросила. Твои подписчики, чтобы ты так не разговаривал со мной. Любовь моя, это я так. Одержал свои. По-хорошему. Свои при себе. Так я и держу их свои при себе. Что ты? Леди Бейтсовы. Во-во. И не вываливал где ни попадя. Так, хорошо. Где ж тут столик интересный. Давно и не было. Соскучились, Маратик? Марат, это же атмосфера.
Так, ну я пока отключаюсь, пока ты сейчас будешь... Где наш самовар стоит? Офигеть, вот это наш первый, обалдеть! Ну, похоже на наш. Ты видела? Ну, не знаю. Ёбы в ТГД. Я не видела. Сережа, о, место. Это не место, это въезд во двор. Не надо мне рассказывать, я тоже водитель. Все, туши, пока я опять припаркуюсь. Понятно, поворачивать нельзя. О, тут как раз сейчас станешь. Ты будешь прямо с рюкзаком ходить? Что-то бросить надо будет. Фляжку с мандаринами. Самовар тут. А что у тебя, фляжечка ковбоя всегда в одном месте лежит. Ну таки здрасте всем на барахолке. Ой. Катюня? Хорошо, скажи мне. Что, Сережа? Как с рыцарем быть? Что, прямо снимите? Ну конечно, что ты будешь туда-сюда ходить. Выходи, Дон Кихот. Марат, твой рюкзак сейчас пригодится. А ты вторую часть не взял от нее? От него? А, я плохо о нем подумала, Марат. Слышишь? Ну, с авоськами я ходил, блин. Ну, так, чтобы с рыцарем я еще не ходил. Пошли быстрее к Артуру. Да, хотим посоветоваться, сможет он такое отреставрировать? А может, он знает кого? Да не, идем, все нормально. Мне же для баланса. Сегодня прям вообще, да? Мне тебя... как что? Культурно тебе сказать? Чтоб я снимала... Где то, ты же в каком-то этом месте находишься? Я еще пока не адаптировала, Сережа. Релка, клизма, венчик, ремни. Теплая обувь для мамы. Ну, велосипед какой красивый, 2000 гривен, а? А она что-то там нашла. Какую цену? 500? Прямо с крышечкой. Ты видишь? Да. Очень интересная. Симпатичная. Ну, пошли. Крючочек тебе никакой не надо было? Ну, я его увидела, но это маловатый. Ладно. Обалдеть, еще и кирха. Марат идет и скрипит. Это я? Ну да. Хорошо, хоть песок не сыпется. С нашего Марата. Катюня, сыкая тарелка. Редненький, здоровенький вылы. Здравствуйте. Салют. Я вас витаю, мне друже. Ты что? Это что, оно? Что, что оно? Это... Нет. А, это не он? Твою базу. Ну как я могу продавать или кому-то что показывать? Не, я думал, что, ай, блин, а я смотрю, у меня меньше был, елки-палки. Там, где надо. Показала крышка в японской машине. Я тебе сейчас тоже покажу. Покажу тебе сейчас на 49 литров самовар, короче. Это мне Васильевич прислал. Если что, он его продает, может, договоритесь. Не знаю. 49 огроменный там с датчиками. Сейчас покажу. Скажи мне, вот имеем вот такое вот счастье. Вот от него, это светильник. Там сверху идет колпак. Вот нога, если вставить, это можно приварить как-то, засандалить его. Нет, это дорогой не ко мне. Я с лапуни с бронзой. Да, а ты не знаешь кого, не кого-то? Не знаю. Понял как? Нет. Он стоит, вот его рука. Я понял, он держит светильник. Да, вот так, да. Да, вон да. На пятке. И тебе скульптор реставратора отдыха по металлу старина отдыха. Да. Через кого-то найти отдыха, да-да. Они знают, как это делать. Я да, тут и знаю. Перо у него было, так понимаешь, шпага какая-то торчала. Да, и кусок пера отдыха. Да, нету. Вот, и они по металлу отдыха, они перо тебе смогут сделать отдыха. Ну, это надо по металлу. Нема таких у тебя знакомых там, да? Знакомых нема, точно нема. Шикарная вещь, охрененная, прикольная. Да. И сверху есть этот весь колпак, вся эта штука держится. Понял. Вот такая вот резная здесь лампочка. Да. Все, ребятам уже есть реставраторы по металлу. Они вот этот дыхомка делают. Ага. Эту штучку тебе. Ну ничего, бахнем, короче, мы его. Ладно, пусть лежит. Да. Потом я его в машину занесу. Обалдеть! Лежи, отдыхай. А кто же его знает? Там забыли написать. Ага. Да. Что-то очень и старинное, что ж. Может и есть, а не, может и нема. Если отчухать. Тут была крышка. А на крышке, вероятнее всего. Кремы нема. Да. Да. А сверху никто не портил. Все, видишь, ну интересный. Ну
Ну, эту штуку надо в музей. Отреставрировать или куда-нибудь. Что ты? Откроешь багажник? А где у вас музей находится? А, да? И что, всегда открытый? Ну, чтобы да, так не, но если хотите, вот наберите. Давайте. Я в час дня туда выдвигаюсь. Все, не обещаю, что сегодня, но когда-нибудь таки обязательно. Хорошо, а что у вас там? Вот все, что здесь, только поновее? Много чего. Серега. Сережа. Так и все. Поближе к сердцу. Ай-яй-яй. И туда зайдем. Будем смотреть твой самовар. А он еще лучше даже, чем тот, который там стоит. Обалдеть! Смотри, и корона имеется. Охренеть! Это твой самовар. Вот значит, это ты его на... Я это тебе заказал, ДК. Ага. Это пришло с Киева. Крышечка пришла из Чернигова. Крышечка, я сделал тебе такую ручечку. Купила тебе эти штучки, ДК, покрасил. Одинаковые, красивые. Подогнал, ДК. Значит, ручками не хотел в интернете заморачиваться, я просто снял со своего самовара. Вот. А, я вижу, который без ручек. Ребята, берите, да. Этот он дешевле. Да. Ручки дыхания, это родные его ручечки. Родненькие. Красивенькие, помытые дыхания. Вот здесь вот такая штука была наплавленная. Я подарочкой почистил, да, но получилось немножко вот как получилось. Ничего, получилось, очень красиво, даже лучше, чем было. Да. Майя Ивановна, вы вообще видите? И получилась вот такая шикарная штука. Ты что, ты живая легенда, Артурчик? Это, конечно, это просто прелесть, Марат. А на солнце, как он горит, Катюня, передай всю прелесть, смотри. Да ты не там стоишь. Ты понял? Один, да, такой в Одессе. Это наждачкой 5000-ная. Это только наждачкой. Самое лучшее. Ну, попы бляха поразбирали по всему городу. Да? Да. Чтобы охотится? Знал, да, потому, это паста? Да, да, это паста для полировки. Да. Катюня? И снимает, и полирует. Да. А ну запомни. Снимите эту штучку, запомните, если где-то... Тебе она точно нужна. Сановская. Ты занимаешься, да, этим ресторанчиком, чем там дома, ага, себе и дома полировать. Ты любишь старые вещи, да, наверняка тебе латунь, бронза есть, серебро, золото. Да. Все делается только вот этой штукой. Да. Полируется, да? Да. Да, и что ты, на тряпочку, лучше... на войлок? Да, на тряпочку, на войлочек, да, и ты посмотришь. И оно погнал. И шероховато снимает, и полирует одновременно. Да ты что? Мне надо светильники, вот те, которые в ванной. Да. Обалдеть. Угу. Ты бачишь, Кать? С Чернигова, с Киева, ребята. Вся наша любимая родная Украина, спасибо. Вот это твои остатки роскоши. Да возьми себе на запчасти. Ну, куда я возьму отдых? Смотри, да? Куда хочешь, я возьму отдых. Смотри. Все. Это все твое отдых, да. Это все, что было, все, что лишнее, да, да, короче. Да, это на краннике я поставил более красивенькое. Ага, ну, куда, ага, же она, отдых, никакая. Там ё-моё, вот сыпочка красивенькая. А я тебе сейчас хорошо. Все, спасибо, эта шпилька упала, пригодится. Сюда давай его, к этому, Дон Кихоту. А я тебе сейчас покажу. Что мне Александр Васильевич Галушка прислал? Я вас сведу, короче, а вы там этот, дальше. Серега, привет. Не, это. Сравнение, да? Один нет. Самовар и другой. Ну, это самовар моей семьи, скажем так. Ага. А вот это, смотри, чудо какое. Короче, серега... Я делал скриншот, увеличивал там 49... Емкость. 4 литра. Ой. То есть 4 ведра. На 4 ведра. Вот. А там 49 написано. Датчики, видишь. Вот два крана у него. Да. Чтобы наливать. Это печка. Тут сажа чистится. Вот еще один кран. Два крана. Тут бак нержавейка. В общем, давление. Он сложноватый, да, дыхан, людям надо проще дыхан. Ну да, это непростой, да, такой, да, это, да, это, да, где-то, да, поставить? Да, в нас это не поймут, нам надо простой вот такой. Понятно, чтобы чтоб накидал? Была. Да, надо, чтобы проще накидал, дыхан, без всяких там термодатчиков, этих. Нет, даже я думаю, что любой ресторан себе захочет, чтобы такая красота наполированная стояла, даже если ты им не пользуешься. Надо проще, дыхан, потому что чистенькие тарелочки, все будет от него, будет, дыхан, все равно как-то, ну, оно немножко не, ну, так. Да, это человек говорит, потому что им надо, да, пользоваться, а я бы такой, что и для красоты бы такой поставил, огромный. Вот, да, такой здоровый. Да. Но я узнаю, что почем, может быть, вдруг кому-то там, ну, то будешь знать, что продается. Да, Васильевичу надо там себе в ресторане открыть, поставить, будет, ну, то, что надо. Быть. Да у него там хватает добра, елки-палки. У него там рога оленя 805 года какие-то там лежат. Ты что, так еще из них это люстра сделано, да? Ну, молодец. Он там такое рассказывал, да? Пепельничка такая. 1000 гривен. Забираем. Да. Уже? Так, хорошо, что мы тебе за самовар должны?
Даже торговаться не будем. 100 долларов. Давай, Катюша. Да. Тут самое тяжелое, я скажу, отдыха. Хрен, что я там отполировал отдыха, мне признали, ага. Поехал, забрал, признал. Самое тяжелое – это снять никель отдыха. Понятно. Ровно 2 дня отдыха. 800 – это наждачка, что меньше царапина будет полюбной. Ага. Оно будет гладить. Ну, я жаловаться не хочу отдыха, об этом не понятно. Понятно, это же видно, это же видно, что непросто. Два человека умерло отдыха. От чего? От азота, от кислоты. У них были чаны отдыха, они брали самовар в чан отдыха, и никель отставал отдыха. Ага. Одного ты знаешь, наверное. Классное. Угу. Здесь был сильненький отдыха. Мои коллеги. Здесь самарный занимался. Возле металлоприемки, блядь. Ну, ты а может помнить. Быть, куда? Ты вот туда, да. Правее вот там вот. Да. А, и да? Да. Отравление? Я, блядь, наждачкой 2,5 дня. Он за 2 часа, блядь, это делал. Да не, лучше, конечно, дольше вот, проживешь. Вот может... Да. Брал отдыха в чан отдыха, он кислоты раз бы, никель отставал отдыха, и он потом там себе вытирал. Понятно. Не дай бог, такое тяжелое. И во Львове, блядь, Митя отдыха, то же самое отдыха. 8 чинов у него было отдыха, он любил химию, у него по химии было 5, в институте было 5 по химии, и его, блядь, химия не села. И радио, довела, радио, короче. Ой, не дай бог, елки-палки. Да. Так что. Живи там нам и процветай, да. Так собрал что. Он чистенький, он красивенький, снизу, сверху, внутри ты сам себе разберешь тогда. Ага. И крышечку даже. У меня вон крышечек, только там вон смотри. Так, да, все почти, нормально. Все. Скажи мне, будет да. Такая штука проплывать, ты ее тоже тормозни. Поддончик этот. Блять, только что забрали. Да ты что? А я думал, ты пошукаешь. Там будет ничего страшного, найдем ну, еще. Без питания, да. Все? Да. Катюня, вырубай, давай, деньги. Да. Все, взяли? Артурчик? Да. Все, да. Крепко жму руку. Спасибо большое. Будет все нормально. Так что... Нехай сейчас ты, дорогой. Еще и этого где-то наполируй. Может, продадим его, а? Нет. Это ж подарок. Ты что? Капитан какой? Нет, никель, да, это мало кто этим занимается. Не, я за вот это говорю. Что самое интересное, дорогой, когда снимаешь никель, смотри, я вот один самый, вот такой самый. Вон и другой. Да. Никель отдыха. Что самое интересное в эти дела, когда снимаешь никель, он необычайно красивый под никель. Становится, да? Я не знаю, почему отдыха, но вот остальные не так. Но этот цвет, но необычайный. Под никелем в смысле. Ага. Очень красиво. Так мы сейчас поедем к Майе Ивановне, это хозяйка, которая нам его подарила, и покажем, что ты из него сделал. Так что... Удачи, и от нее тебе тоже привет. Большое. Спасибо. Обалдеть. Так, ну я с вами не иду. Давай, жди, мы сейчас придем. Все, помчались, спасибо большое. Катя, что это за чайник? Ты только что я смотрела. Он с дырочкой. Он внизу с дырочкой, дорогой отдыха. Только для красоты. Никель кислотой его сделал, снять никель кислотой. Внизу попробовали, и он пошел пятнами отдыха. Ага. И начали чухать и разъело, да? Не, я потом дочухал, но внизу не перестали кислотой его обливать. Ага. Все, понятно. Эй, Марат, а он что-то купил здесь, пепельницу? Да. Даже не показал. Все, крепкого здоровья. Показал. Давай. До свидания. Что это такое? Для мяса? Идем, да. Сереж, ты он видел какие шампура? Посмотрите. Да, шампуров так. Там море. Обалдеть. Ты видел какие там шампура? Какие? Вот такие. Широкие? Угу. А это для турецких этих люля, они же такие узенькие делают. Очень и широкие. Очень широкие, 4 сантиметра, наверное. Ну, 3 может. Давай парочку возьмем. Там всего или парочку. Или мы все на самовар потратили. Здрасте. Здравствуйте, ребят. Бинокли, рога, все дела, да. Ух, Марат, смотри, какой, елки-палки, ты шо. Бачишь, я такого богатыря не видел. Вот тут и исполнил, ты видишь? Смотри. Шедевр. Это что такое, портсигары? Да. Ты такими не пользуешься? О, Марат, тебе надо. С рыбаком. Ну да. Открылся, папиросочку достал. Шикарный вид. Все, погнали дальше. А ты пепельницу уже спрятал? Да я показывала уже пепельницу. А, я не видел. Ладно, на видео посмотрю. Смотри, железная дорога. Ну, смотри, чайник, она полировать будет, как у Артура. Аккуратненько, это очень старая дорога. Значит, с тех времен, когда дорог даже не было. Мята, чайная роза. Слушай, сейчас... С нашим самоваром
все эти заварки уже становятся актуальными. Хотя у меня там липа лежит. Я специально Кате чай не заваривал. Чтобы только через самовар. Не, ну красивый. И что, ты тоже дома поставим его? Или будет там, где надо лежать? На улице, а? На улице, наверное. Ты поищешь эту пасту Галу. Потому что я тоже буду что-то полировать. А мне надо дома эти... Ну, хрынду себе наполирую. Светильники в ванной наполировать. О, Руслан обещал. Помнишь? Mm-hmm. Грушу вот такую. Клизма или как она там называется? А что это? Риндочки. А что это такое? Это? Mm-hmm. Курить что-то через что-то, наверное. А, точно. Свистеть? Ух ты. А, да? Курить сразу же. Ёлки-палки, боцманская дудка. Как карабин, смотри, морской. Ага. А, я понял. Вышел, свистнул всех наверх или на обед, и нормально. Вот ты, Катюша. Что? И найдешь же такое? Ну. Что это вы сегодня без коляски? Красиво. Оставили у бабушки. Бабушка сказала, хватит, оставьте и мне. Внуков, да. Еще и ветер. Шикарный вид. Ух ты, это что-то очень тяжелое. Это для карточек в казино, походу. Да какие карточки в казино? А. Ох, какой компас. Красавец. Английский. Ё-моё, и показывает правильно. И что, почём? Блин. Один такой в Одессе по-любому. Шикардос. Пойдем. Ты видишь, Марат, как тут активно покупают ребята? Они прямо в прямом эфире ведут там то ли стримы, то ли что-то, короче. Я свой подсигар так утащил такого. А, да? Пока он там снимал. Тот, вот тот красивейший. Марат, ты же не просто ходи, ты рюмочки еще приглядывай. Я смотрю. Вот там сейчас дальше будет у мадам. Рюмочки, а сколько стоит эта штучка? Сколько? 250 гривен. Купи мне, Сережа. Ты интересно такая, тут день, что-то еще было деньги у тебя, она говорит, купи. Нет. Мне. Паски туда, яйцо, свечка, будет как раз натюрмортик такой. На, давай, Катя, я купил еще. Дайте сдачи. Дюже красивенький. Это тебе на 8 марта, я тебе ничего не подарил. Марат, неправда. Уже Пасха 5 мая. Упаковывать? Да. Давайте я вам упакую. Так а что упаковывать? Я что сегодня, без авосик? В рюкзак бросишь. Да не, я ж... У меня же авоська, что-то положу. То, что же я был на барахолке. Ладно, самовар не влазит. Хотя я не мерил, я думаю, что влез бы. Не, большая у тебя там есть. А вот сделайте доброе дело, пожалуйста, прямо вот сюда ее. Боже, какие сетки. Еще да. Моей молодости. Все, так может это еще и ваша. Была, да. Все, сдачу взяли, спасибо огромное. А, сдачу, Марат. Сдачу я даю. Так, держите, пожалуйста, 200. Не вижу этих рюмок в последнее время. Раньше было много. Какие вам нужны рюмки? Лафетницы такие? Да я думаю, что ни у одного... Спасибо, Рома. Спасибо большое. Ни у одного у тебя коты, елки-палки. Это ж слабость. Кошачья. Жахнуть рюмочку. Здрасте. Так, как обычно, великолепно, да. Слава богу, чтобы не хуже, да. Здрасте. О, Марат, не вот это? Нет. Что, диаметра поменьше тебе надо? Мне нужны другие, на короче, лафетницы настоящие. Ну, а вот эти, смотрите, какие красивые. Нет, не хочу. Это не его размер. А вон поменьше, слева. Это лафетники, но не граненые, да. Слушайте, а эти интересные такие. Слушай, да? А что ты, а с рюмки такой не? Не? Таких у меня есть много. Да? Да. Такую, как дал одну, и все, и ой-ой-ой. Давай. Катю, мне давай Марату бутыль подарим. Какой бутыль? Бутыль, вон там, смотри. А ну. В Большой долине живет. Да. Мы почти соседи. А где вы там? Прямо рядом, недалеко от АТБ, у меня дом. Но я там не живу, он просто закрытый. Все, я понял. А мы живем, слава богу, да. Так что все нормально. Там мы АТБ проезжаем, там рядышком. Я видела просто про это какие-то. Все, да. Армянский вот этот дом. Да, это наши там соседи. Ухи, Катя, выворка, ого. Да я хочу. Что ты хочешь? Ладно, давай.
Я Марату пока бутыль здесь выберу. А зачем ему бутыль? А? В рюкзак что, не влезет ему? У него же всегда с собой что-нибудь есть. А так один раз затарился и никогда не заканчивается. Сколько тут алюминиевого всего. Эй, мы же здесь были в тот раз. Ну просто здесь такое тут просто очень красивое все, да. Просто хотя бы посмотреть. Вот смотри, вот это что? Супники? Или чашечки? Ну, я думаю, что супница, наверное. А он сейчас рук возьмет. Нет, я поставила, хотела еще посмотреть. Тоже ложечка. Девушка отвлекла. Катюнька? Что, Сережа? А вон, смотри, какая фруктовница маленькая. Ага. Красивая, но воздержимся. Сэкономим. Чайники тоже, вот смотри, какие красивые. Второй раз я на это обращаю внимание. Ты же смотрела, это же надо пианино иметь, у нас же нет пианино. А я думаю, может их под шторы задействовать. Какую цену они, ты не помнишь? А сколько эти крючочки? 240. Ага. А я не помню. Они не режут. Казанчики. Слушай, я знаю. А ну, идем у уважаемого спросим. Кого? У Володи. За что? Может, кто есть художник по металлу? Сережа, здравствуйте. Здравствуйте вам, здоровенькие были. Ребята, салют, друзьяки. Привет, нормально. Ходим, что-то покупаем, короче, как обычно. Ребенок спит. Мы ищем вас. Да? Здравствуйте. Вот эта шляпа, ты красивая. Здрасте. Да ты что? Уже год как подселен у вас. Приходится, вот и так, липованчик. Все, смотри, маленькая. Ё-моё. Оператор, сделай фотографию нам на все видео. Вот увидели. Да, и Катюню увидели. И тоже собачку. Да. Да ты что? Ой. Видишь, мальтипушку взяли. Да ты что? Тут-тут-ту, красавчик. Да. Как назвали? Он Марат ходит там с Валерой и говорит. Тимми. Капитан известный, да? Тут все. А ну, выходи. А, ты что, ты что? Хорошо. Очень-очень-очень, что вы такие счастливые ребята, большие молодцы. Да. А ходим, здесь барахолка такая, да. Сережа, вы откуда, с Килии? Да, Килия, да. И мы с Килии. Да? У меня отец оттуда родом, Кручубаш. Да, есть, да, фамилии такие, да. У меня там Саша, Женя, где-то вашего возраста, два брата. Да, если не ошибаюсь, даже этот, с параллельного класса у меня были Кручубаши, да. Саша, Женя, два близнеца. Вот это мои двоюродные братья. Так ты что, крепкого здоровья, обалдеть, Килия. А вы какого года, Сережа? 78-го. 78-го. А Колечка, да, вот они где-то такого. Да, не, я фамилия известная, да. Да, да. Так что мы тоже с Килии. Ну, уже, конечно, папа переехал сюда. Мы уже все здесь. У вас лещ? А? Есть на продажу лещ? Не. С собой они с собой не брали. Папа просто давно переехал, да. Это ж постоянно. Здоровенький был. Ты что? Посмотри вот эту шубу под эту шапку, а? Карасик, прямо сейчас. Мы ходим, мы ищем, да? Обалдеть. И что, почем такая прелесть? Ну, я прошу. Тебе зачем, Сергей? Да я, может, для маленьких интересуюсь. Ты посмотри под эту шапку, елки-палки. Ребята, спасибо огромное. Спасибо. Спасибо, дорогие умнички. Стараемся. Встретиться. Давай, все, порядок. Маленькая, давай пятюню. Такое на видео увидишь, обалдеешь. Один в Одессе такой, забрал. Прямо золотой. Все вам. Спасибо, будет нормально все. Ребята, кошмар. Я меня сняли. И тебя сняли, елки, все нормально. С этим идем дальше уже, раз такое это дело. Погнали. Спалили, они сняли. Ёшкин я кот. Я с последнего грабежа только. Пипец, а в такой, в такой шубе не узнают. Только шуб не показывал. Хорошо, сделаем по поясу, будет нормально. Да, прямо или налево? Только шубу. Не, идем до Володи, подойдем, узнаем, может, этот. Может, уж свежие новости какие-то. Это таки да, как... Да, что ж... Так как по-другому нельзя, ужас такой, что. Так и живем, все будет нормально. Володя, крепкого здоровья. Ёшкин ты кот. Здоровенькие были.
Лес. Я что хотел поинтересоваться, если ты не занят. А ты не знаешь, есть в Одессе мастера, вот это художники по металлу? У меня есть статуя старая. Нема таких, да? Не могу. Елки ты попал. Чуть-чуть. Там дальше? А, сейчас узнаем. Да, у Аленочки сейчас узнаем. Что там, Катюш? Хорошо, я услышал. Как скажете, я вас умоляю. Хотите, сделаем по пояс, хотите, будет, мы же за доброе. Да нет, ну, целиком и полностью? Все, от души тогда благодарю, потому что такое надо видеть. Что там, Кать? Порядок? Идем до Алены, у Алены узнаем. Слышишь, у тебя сдача осталась? Я еще пока не тратила, кроме как на самовар. А что тебе нужно? А что, уже все продался? Да, надо же. Ё-моё, блин. Ничего, другой раз перепрячем. Так, где Маратик? Нанимай батарею. Посмотри, у Алены еще даже больше блестит, чем у Артура. Может, Артур Алене полирует? Наждачкой, бляха. Катенька, а я у тебя что за задачу спрашивал? Может, уже не купим какую-то мне индейца какого-то с трубкой? Поняла? Нет, это слишком как-то... Нет, слишком было вот это... А, хотя это не ты покупала. Нормально, да. Здрасте. Вы уже спрашивали. Салют. Ну, может, упала цена? Ну, так мне сказали 1000. Утюг с душой. Что? Какие ручки? Да тут все красивое. Что хотел спросить, пока не забыл. Нема в Одессе мастеров, как они, художники по металлу. У нас статуя такая есть. Как Дон Кихот какой-то, а она лампа. Вот он типа держит такой штырь, а на штыре лампа. Там отломалась нога, там кусок пера нет. Нема знакомых, кто реставрирует такие вещи? Дядь Коля раньше занимался. Дядь Коля? Да, он видит, есть кто выливает. Сейчас у дядь Коля узнаем. Ага. Пошел дальше. Дядь Коля, так и здрасте. Хочу поинтересоваться, нема мастеров художников по металлу? У нас есть такая статуэтка, как то ли рыцарь, то ли Дон Кихот какой-то стоит, такая шляпа с пером у него. И он стоит на подставке. Так у него там нога отломалась. И, короче, кто реставрирует? Есть такие люди? Не знаете? Сейчас нет, у меня был человек. Да, царство небесное. А вот же елки-палки. Он делал все, за него работу брал. Да, таких сейчас поискать надо. Ну что, может, сам когда-то научусь, а? Не, ну вряд Катюша, ли. Катюша, а что ты? Да нет, это же должно быть. Все может быть. Все может быть. Ну, вот, и бачат самовары вот такие штуковины почти, как у нас. А это в какую цену? Один парень, видите, они зеркальные. Их две, видишь? Один с крепкой, один с дудкой. Ножки одинаковые. Угу. Сколько стоит? 700 рублей. За два. Они последние бывшие. А еще, дядь Коля, у меня вопрос. А сколько вы таких уже продали? Вот этих вот красивых. Катя. Что, Сережа? Ты так сказал? Не подсматривай ты, балда. Я хотел с дядь Колей посекретничать. Да, вот так вот. Много покупают их люди? Покупали, конечно. Да? Марат, плохо, что это не пепельница? Мы бы тебе такую подарили. Мне уже родил, кстати. Это старинная монета. Это копия из старой печка. Копия под старинную, да? Видишь, да. Ну, я сам-то не люблю. Любой цвет можно сделать. Большая так, работа. Черный, даже будет черный. Mm-hmm. Но ангелочки симпатичные. А что тут не симпатичное? Вот слушай, и эти симпатичные свои, и ящерка обалдеть. А котята посмотри.
Сейчас там все клеятся ножки и как ручка куни. Обалдеть. Марат, тебе не надо лафетник, тебе нормальная рюмка нужна. Смотри, клеятся ножки к рюмке, и у тебя вот ручка. Короче, твои коты будут в восторге. Понял? А у него коты все лафетники перебили, так ходит теперь ищет что-то покрепче. Все, спасибо, спасибо огромное. Хорошего дня вам. Погнали. Так. Доброго дня, здоровенькие были. Гуси, лебеди, что там, где? Пирожки кричим. Пирожки надо было на Калантаевскую идти, елки-палки. Вы хоть, тоже голодные? Ну, хотя бывает и здесь, на углу. Ну, так заедем, может, на самом деле, по порции. Слушай, пельмени, так я вообще думал, что мы в одесские пельмени заехали, вареники полепили. Но сегодня такой день, что мы вряд ли успеем. О, ничего себе. Евгений, смотри. Здравствуйте. А, я думаю, где они делись, а вон они лежат. Шо? Смотри, глазки все открывают. Да ты что, серьезно? Да. Ого, как они сохранились? Не знаю. Или это новые под старину? Ну, интересно. О, Марат. С на гусем. Вас похож. Катюня. Что, Сереж? Здравствуйте. Здравствуйте. Здоровенький был. Салют. Да вот стою и думаю, я же так радуюсь вашей этой вот этому искусству, что как будто бы во мне коллекционер зарождается. Аж хочется коллекционировать. А? Смотри, какой красивый. Ну, сиди, мне вот красивые. Этот нравится. Их тут два. Это, видишь, два лица. Видишь, без сигареты грустный какой. А вот закурил, и вроде бы все хорошо стало. Ну, не знаю, как сказать. Аккуратненько. Вот такой подобный. Да, да. Вот что-то вот такое, трубка побольше. Вот там есть он одинокий, видишь, с трубкой. Индейцы. Что? Аккуратненько. Ну что, ты скажешь мне, когда у тебя свободный появится? А сколько вот этот стоит? Этот вот 600 гривен отдам. Ну бери. Что? Спасибо. Будешь мне массаж сегодня делать? Да успокойся, блин, что за крысные такие дела, елки-палки? Ты что, трубку я достану, чтобы она не потерялась, да? Ну да. Все, 600, а если двойной, то получается в два раза больше. Так, что-то тут еще. Ну вот и маленькие есть интересные, ты понимаешь, они все. Держи. Прямо прелесть. Я найду еще денежку. Давай, да. Тут индеец с волком хороший. Нет, давай назад. А, вот, нет, есть. Да? Да, уже боюсь. Я давай, не возьми. А то ты... Я обязательно, чтобы она не потерялась на ее баню, да. Сейчас я этот... Катюня, ну подержи. За авоську. Всуну. Все, спасибо огромное. Спасибо. Вот это шедевр. У меня уже вторая вещь ваша, так что... Буду коллекционировать. А где Мараджан? Пошел пирожки искать? А? Не знаю. Лабутены? Желтенькие. Резиновенькие. Мыльницы, обалдеть. Ну или как мыльницы? Похоже. Сапоги монотребанские, рюмочки те да не те, аккуратно. Угу. Ой, ему такие надо, чтобы не бились. Вон, видишь? Здравствуйте вам, здрасте. А, говорят, берите, они не бьются. Отскакивают. Хвост обломанный. Есть еще тут топорики. Здрасте. Та ты шо? Готовлю вашу печенку какую-то. Прелесть, вкусненько. Да. Та ты шо? А Серега? Муж закажет. А вон оператор снимает. Так что передайте себе Ленпоселку привет. Ленпоселок. Видненький. Я хочу с вами. С удовольствием. Потому что это... Я сколько вас... Сколько получается все наши фотографируются. Ага. А с вами еще не было? Нет. Сейчас и с вами будет, все будет нормально. Сейчас. Где это наши фотки? Вот так. Так. Все, порядок? Да. 10. А, мы тут 10, считаем, 10. Готовимся, 10. Да.
Шлеп, готово. Все, все, все. Носите на здоровье, так что все, до встречи на Ютубе. До свиданечка. Катюня, оператор, спасибо. Хорошего дня. Хорошего дня вам, до свиданечка. Эх ты. Здесь тоже надо медленно снимать, потому что тут сколько всего. Да, я знаю. Сколько всего. О, у меня был такой пистолет на пистонах. Один в один. Марат, у тебя был такой пистолет? На пистонах, понял? Да. Тыщ, 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 тыщ. Обалдеть, какой. Прямо ёшкин кот. О, трубы у меня еще такой нет. Слава богу. А что ты? Знаешь, как я с утра бы исполнял бы там? Трубил бы. О, воробчик. Тоже голодненький. Пошли с нами за пирожками. Пирожки уже поздно. Все уже, да, распродали? Да. Был шанс на Калантаевскую, но пошли в другую сторону. Там, да, там будет, есть. А здесь другая. Да. Вот, ё-моё, Марат. Все. Да, сегодня голодная. Все пропало, ёлки-палки. Хорошо, что нету пирожков. Да чего ты? А потому что я бы с вами тогда голодная осталась. Ух ты какая. Вот ты какая, блин, ёлки-палки. С этими пирожками. Видишь, какие нарды хорошие? Да. Слева да. Которые? Здрасте, ребята. Здрасте. Здоровенькие были. Сегодня только вас смотрели. Так ты что, и завтра посмотрите, даст Бог, да, все будет нормально. Боже мой, ты сегодня права. Спасибо, хорошего дня вам, да. Ребята, будьте на здоровенькие. Вот так вот идешь, все знакомые, ты видишь? Одни хорошие люди в Одессе живут. Ах, класс. Ты видишь, как мы сегодня рано приехали? Кать, сегодня прямо нам всю... мадам сказала, что это уже поздно мы приехали. Пирожки закончились. Ну, пирожки-то не показатель. А я имею в виду, смотри, сколько... Что значит не показатель? О, бутылки кефирные, видишь, он есть еще. Я думал, только в Харькове, не, у нас тоже есть. Маратик, судя по рюмкам, ты сегодня трезвый отсюда уйдешь. Что-то все да не те. Динозавры в вазы, насосики. Короче, ни тельняшек, ни рюмок, ты понял? У меня тоже зато вон не везет. Абажуры есть. Рядом. Здрасте. О, приветствую. Салют, ребята. Здорово. Как вы смачно готовили. Ё-моё, я уже не помню, что, но было таки вкусно, да. Что-то таки очень вкусно. Как живете, ага. Как дети? Слава богу, да, потихонечку, ну, да. Слава богу. Креветки вчера в ресторане делали, а сегодня уже видео вышло, да, и тоже спасели. Ай, вкусно. Шо? Креветки смотрели, но нам нужна шапка. Надо это, там... Фурик? Нет. Нет, девочку ты рекламировала, какая-то шапки шьет, телефон. Ну, так Алина Маршал, это же кума наша, что ее рекламирует, за нее вся Одесса знает. Вот, а вам, вот вам телефон, вот прямо на видео поищи, я тебя лично там. Хорошо. Алина Маршал, да. Да. Любые размеры, любой ассортимент пошьет, да, так, что, да, да, запишу, что даже ночью снимать не будешь. Все, так. А то нам местный раввин заказал. Алина. 067? Сейчас, подожди, тебе не так быстро. Да. 067 есть, да? Да. 484. Да. 18. Да. 87. Все, Алиночка, все, маршал, спасибо, собственной, да, персоной. Да, ребята, позвоним. Носите, ну, на здоровье. Шапки. Ё-моё. Да. А, вот такая? Все, это... Удачи. До свиданечка. Это ж бурка уже какая-то получится. Да, тут всякая, кстати. Сделано. Ёлки-палки. А у Васильевича вот такая бурка. Помнишь, он тоже Алиночки на реставрацию хотел? Ближе к зиме будет обязательно что-то все теплое пошьем. Ох, и чашки, кажется. Ух ты. Кажется, я опять хочу спросить, у тебя сдача осталась? А ты что хочешь? Ну, ты же не обещала с утра чашку и не купила? Точнее, ты обещала мне, я купила себе какую-то королевскую, а я хочу попроще, но большую. А ты какую хочешь, с мальвами или вот ту вот светленькую? Да я бы какую-то вот ту вот между трех посередине. А почем чашки у тебя большие? 650 гривен. Ай-яй-яй, прямо с блюдцем. Шо? Или вот эта вот красивая крайняя? Ну, вот, ну в смысле, не на подножке, не на подножке, да. Дай посмотреть. Это шикарная чашка, барановка, шикарный фарфор. Ёлки-палки, да ты шо, ух ты такой, Катя, да под мой самовар по-любому мне надо. Под самовар 100%. Не, я пойду повыбираю там. Кого, куда? Чашку, можно? Мне?
Да. А я сам могу что-нибудь сделать в этой жизни? Кроме того, что, кроме того, что пакеты носить за тобой. Руками. А это что? Барановка хорошая. Выбирайте какая. Ладно, выбирай, Катюша. Да, раз ты такая. Я снимать, как ты выбираешь? Да. Давай. Не, может, не снимать. Серьезно? Нет, под самовар. Пошла выбирать. Лучшую выбирай. Конечно, лучшую, Сереженька. Для тебя только лучшую. Я боюсь тут как бы... Ты меня что, снимаешь? Меня не надо снимать. Катя, я не тебя снимаю, твои красивые... В чем ты там сегодня? В чем я сегодня? Башмаки. В кроссовках, да. Волосатые. Обалдеть. Что? Такая бровь огромная. Ну, раньше ж пили из блюдец, вы же понимаете, это ж какие годы. Блюдца, бублики. Да, слушай, в такое блюдце и борща можно налить, конечно. Да, да, именно так. Вы правильно говорите. Блюдца, бублики. Это вообще, посмотрите, на ней пролетит. Ой, еще как-то. Здрасте, Иван. Здрасте, здрасте, здрасте. Здрасте. Ага. Стоим, короче, выбираем, я не знаю, что-то. Сережа. Что не знаешь? Что-то я растерялась. Возьми то, что я первую потрогал. Вот эту? Нет. Вот, то, что у тебя между ног. Мне оно всегда нравилось. Я все слышу. Пошлятина. Да я за чашку, ты балда. Давай. Марат, как вы? Торгуйся, Катюша. Сейчас на сдаче еще и бокал возьмешь. Ага. Ты сначала выбрал, а потом решил торговаться. Не, так как я торгую, всем нравится. Я всегда говорю, давайте 650. О! О, Катюня, абра какие, посмотри. Всевозможные. Это не бра, это абажуры. А, блин. Слышишь, любой индеец позавидует. Как они на ветру вьются. Оператор, повернись на все лицо. Марат, обнимай, мадам. Давай. А ну-ка... Влезем. Капитан, там ты мы, да, слышишь, я сзади влезу. Марат, и вы в свое личко. Все. Спасибо. Все, порядочек. Спасибо. Будьте нам здоровенькие. Да, ты что? Спасибо, спасибо, спасибо огромное. Да, что, все нормально? Да, у нее есть деньги, все будет нормально. Я согласен, да, деньги у нее есть. Выбрали. А что рискнуть? Он будет пить из нее. Все нормально. А бумажка какая-то есть? Конечно. Он же хочет все по авоськам разложить. Я же хочу все по авоськам разложить. Почему все правильно. Такую выбрал? А? Почему такую? Кого? Авоську? Чашку. А такая из кармана вылезла. Что-то тебе сегодня столько подарков, Сережа. Кать. Как-то несправедливо. Марат, подержи. Значит, 2 часа массаж. Не, за ручку подержи. Нет, за ручку авоськи, елки-палки. Все. Да, конечно, Сережа. Да чего ты пусть лежит? Да верни, но ты же будешь потом вот это... Да оставь ты в покое, все будет нормально. Да ешкин ты кот, что вы такие любите. Марат, ну это можно вынести вообще? Конечно. Да? Вот же. Я думала, вы как-то возьмете только блюдце, вы что-то действительно. Так, ну, я же ее не футболю, хотя с авоськой хорошо так вот ходить, да? И ногой футболить. Да, сейчас. Сейчас завернем. Спасибо. Держи еще раз туда обратно. За ручку. Так вы мне только чашку, да, а получается все остальное будет нормально. А я у вас купил тогда еще. Ну, смотри, как красиво. Вот я бы ходил бы. Я же официант, Марат. Я же умею носить. Что ты как этот? Взял тоже, обломал. А если цокнешь? Я ходил. Ну, жалко, ну, же. А чего я должен цокнуть? Не, ну вот что-то вернул. А другие почем? Так. Пирожки, тельняшки. Вот с этой стороны крайне. Бокалы тоже такие интересные, да? Вот прямо им наш... Аж ух. Такие у мамы были. Цветные вот это, какой он там, словацкий, чешский хрусталь, что это такое? Скорее всего. Ну, красивые. Угу. Чуть-чуть. Так, сейчас вот так вот аккуратненько ее, вот прямо до конца. Вот, спасибо огромное. О, вот это да. Надо что-то еще купить. Спасибо вам огромное. Обязательно. Намордники. Здрасте. Давайте, мы же с удовольствием. Здоровенькие были, салют. Прям ручная работа, ручная. Ох, шикардос. А у нас девочка на Киевском базаре тоже зеленью торгует. И вот таким бисером постоянно что-то исполняет. Угу. Вот дай бог вам крепкого здоровья, чтобы у вас ручки не болели. Вот там кому надо, ребята. Сними красиво, без ошибок. Ты что, это лучший подарок, ручная работа. Я последний раз такое видел, где мы были? На Занзибаре?
И в Турции плетут? Да, не, они там сидят, как Боб Марли наслушаются, да, все в дредах такие веселые. И исполняют, да. И они сидят, короче, и делают. Мы даже браслетики ресейки привезли, да? Танзания и что-то там еще, какой-то они флаг имя был. Тогда могли выложить. Ага. Спасибо огромное, чтоб у вас все продалось. А это какое красивое, Катюша. Ты посмотри, какой благородный ошейник. Ну, она же у меня красивая, поэтому... Поэтому ошейник. Тут камни он благородные, тоже целая куча. О, какие штаны вязаные. Посмотри, Катя. Я видела. Да вот я в шоке, блин. Вот повезло. Кому? Думаешь, сама или купила? В любом случае повезло. Да. Что, Марат, вы увидели? Или ты тоже на штаны засмотрелся, Марат? О, смотри, сколько этих помощников нам попадалось. Да. Интересные такие, да? То нереально красивая картина. Она в таких деталях, Марат, что с той стороны, что с этой стороны можно смотреть. Очень красивая. Дальше. О, она им бусики купила. Вот видишь, как человек... Я тебе чашку, Сережа. Человек радует. А, ну хорошо, да. Вот видишь? Видишь, как я тебя радую? Угу. Лису, хочешь такую облезшую? Это не, это две, если не ошибаюсь. Вот там, где людей много. Слушай! Наташа? Вернулась! Ё-моё! Как там? Есть блудный сын, а это... Загулявшая дочь, что ли, елки-палки? Ты что, всю зиму не было? Обалдеть! Может, и Славик-то тажинчик есть, нема? Блин, а Алена просила сказать, что если мы соберемся на барахолку. И ты не сказала? И я не сказала. Кошмар. Эх ты! Алена, простите меня, пожалуйста. Так что сегодня мы, получается, еще и к Алене заедем извиняться? Ой, ну тогда мы, как это, до утра не вернемся. Я думаю, наш ребенок уже и в садик пойдет. Пока мы вернемся. Ну идем быстренько, пошли. Идем. Нема пирожков. Сереж, ну уже ж решили, что пойдем где-то перекусим. Катя, я не знаю, что вы там решили, но пирожок никогда лишним не будет. А, ну ладно. Мне все надо. Катюня, снимай сдалека, обалдеть. Тихо, сейчас машина проедет, потом пойдешь. Давай, подалась. Да, ну не надо. Вот ее это, драконец. Слушай, известное слово, блин, на всю Википедию. Здравствуйте. Здрасте. Ёлки-палки. Вот это хрусталяса ты заехала. Я сейчас быстренько тебе сниму, Марат, а потом пойду. Марат, а сервант какой? Не надо мне сниму. Вот. Так ты что? С возвращением, елки-палки, мы здрасте. Уже соскучились. Это какой-то ужас, это же нельзя ж так надолго, здрасте. Вот это каникулы вы себе устроили, здрасте. Боже мой, да. Хорошо, вы вернулись. Эй, лучший, лучший повар в Одессе. А мы как не придем, поцелуем столб и уйдем. Придем, поцелуем, у меня уже губы болят от этого. От этого поцелуя? От этого столба, да. Так его уже даже вон этой сеткой натянули. Чтоб я его, да, засосы ему не оставлял. Нет, да? У бабушки. Да, все, что? Она уже остается с удовольствием. Да, мы когда все. Даже подъезжаем, она сама руки тянет, говорит, оставляйте и меня. И едьте по своим делам, да. Можно, Марат? Уже, да. Легенькая, да? Да, да, да. А я сдалека увидел, смотрю, блестит хрусталь, думаю, наконец-то. Вчера Алена была с цветами, говорит, завтра они будут. О, Катюша, так Алена вчера была, видишь? Конечно, да. Конечно. А то Катя расстроилась, что она ее не предупредила. Все. Это чашка какая-то, то ли для баранов, то ли барановская, да. Потом статуя вот эта, да, это там Женя исполняет. У него еще сигара здесь, ой, трубка. А их тут два лица, вот один курит, другой бросил. И что-то тут еще есть. А мы сегодня самовар забрали, там Артурчик с самоварами стоит, да, он нам его реставрировал. Ох и получился. А ты что, блин? Сколько, Артур? Месяца два нам шлифовал его, да? Сережа, ты разговаривай, получился сам самый красивый, так что едем сейчас домой чай пить. Ого. Мы еще по гостям помотаемся, да, а потом поедем домой. Ого. Да, вот. Маратик. Здрасте. Что там, есть что-то? Эх ты, ё-моё. Надо обязательно подойдем и потрогаем, да. А где картины? Скоро будут?
Не, в зале, пройдите в зал, посмотрите. Еще прям там можно. Да? Серьезно? Бардак, ну не шо, так это же барахолка, так должно быть. Это же организованный бардак. Ничего, главное, что вы на месте. А мы здесь, слава богу, регулярно, да. Хорошо. Через неделю. Каждые выходные через неделю. Все, понял. Это будет 6-7. Хорошо. Хорошо. Да, еще и фурик одел, да. Шикарный вид. Потрогайте уже. Спасибо. Марат, это я его трогал. Да не его трогать, стульчик потрогать. Регулярно. Вот так. Что он уже блин, там трогает? Это... А все, что он трогает, все, что дается. Ё-моё, Катя. Что это? А что это, стульчик? Это, ты помнишь, у Алины, почем такой? Стульчик для фортепиано. Это для фортепиано. Ну хорошо, так Алина, Алина фурики когда шьет, ей пианисты завидуют. Она так пальчиками исполняет. Мы же ей такой, помнишь, у нас проплывал, мы ей дали, ну там реставрировать его надо, да. А это же загляденье. Смотри, прямо смотри, не это. Сел и погнал. Не ляпнись. Да ты что? Рояль. Ага. Я, Ульяна не заявила недавно, что хочу... Серьезно? Да. Играть? Учиться. А чего нет? На танцы пошла, теперь ей уже играть надо. Конечно. Музыкальный ребенок. Я говорю, у нас там Владислав скоро появится, потеплеет. Пальцы у него оттают. Или ой, будешь учиться? Посмотрю вот тут так, столы. Так, почем это прелесть? 1200, тебе же сказали. Ага, порядок. Ой, я вот такое хочу. Катя, давай вернем чашку. Ага. Слышишь, давай вернем чашку и картину эту, и Женя. Что? И купим Алине стул. Ох, столик какой. Слушай, и вот этот маленький красивый. Катенька, а ну представь, мы с Маратом, тут самовар, да? Твоя пепельница лежит. Так он еще и раздвигается, или что? Я что хотел спросить? А ну вот скажи, ты попробовал горячую селедку горячего копчения в холодном виде? Конечно, вчера. И что? Шикарно. Лучше не бывает. Я сегодня заворачивал Майя Ивановна, это малосольная, копченая, и кусочек от нее отщипнул. Блин, лучше не бывает, на самом деле. А чего ее никто до такого не доводил? Не хватило фантазии? Ну, слава богу. Хорошо. У нас хватило. Катюнька. А. Здравствуйте. Здравствуйте. Это ж тут вот тут твою тарелку зеленую купили, и розовую, и фиолетовую, и вот это вот разное. Фиолетовую. Слушай, как у Майи Ивановны набор. Поняла? Ну, такой. Тарелок. Ну, я помню, ободок такой был. Ну, они есть подобные, но... Что, пойдем к девочкам на секунду картины посмотрим? А вот такие японские тарелочки. Куда, в музей? Да. Пойдемте, конечно, оператор. Погнали, покажем людям. А, Марат, как тебе старая Одесса? Со ступеньками, с балконами, со всеми делами. Слышишь, я и не знал, что тут прямо музей. Музей. Ну вот. Сейчас ух нам ты покажет. Хотел сказать коридор, но нет, это именно коридор. Коридор? Да. Сейчас ты... А ты что, здесь была? Ага. Я была внизу у них там, где... Марат, посмотри. Сейчас ты... Ага. Ничего себе! Ну, тут столько свет, видишь, какой? Да ты что, с кукушками, Катюша? Тебе надо, да? Ёханый бабай! Смотри, гири всякие разные. Это что вешается туда? Я понял. Обалдеть! Да, это, конечно... Ключи, ребята, кому надо, на часы вон всевозможные есть, только что увидел. Ё-моё! Да ни в одном музее столько нема. А вот это да. А вешалка, посмотри. Катя, а стоячие, как у нас, ты сейчас посмотри. Сейчас, я еще не повернулась, подожди. Давай, снимай медленно, чтобы все увидели. Телефон надо Наташе. Скажите, я же Наташин телефон могу дать, если что вдруг кому-то надо. Все. Ребята, ловите, Наташа, даже не знаю, как сказать, что это. Рай часовщика. Да. Часы в раю, мы в раю времени. Ё-моё, а это что за патефон?
Где? Смотри. Старинная ретро-штука. Тоже часы, что ли? Не знаю я, что это такое. Диск написано. Нет, это что-то играет. Это что-то играет по-любому. Ага. Что-то такое. Знаешь, как раньше было вот такое? Да. Это так, все лампы. Ты сказал, что пионы не смотреть мне? Резные. Какие пионы? Ну, вон, смотрю, картины там, пока что пионы не видно. А, не, Витаута сказал, тебе пионы вышли, не переживай. Да. Боже, какая красота, что это? Это Антонио Пико. Боже, какая красота. Вот целый ряд еще их. Да? Отдельность. Это просто забирают. Вот это? Не-не-не-не, вот. Блин. Антонио Пико. Ну, посмотри, какая вот это. Вот это забирают картины, и вот эти разные. Ё-моё. А у меня тоже Антонио? У тебя какие-то голые женщины. Оголенные. Так это Сальвадор, Марат, правильно? Тебе нужна голая, а мы тебе показали. Ох, какая красивая, Катя. Красивых я не видел, не забрали. Это некрасивая? Это все, что осталось. Ребята, чтобы у всех такая была. Блин. Так, я сейчас вот покажу часы и пойду посмотрю картины. Хорошо, Сережа? Обалдеть, прохожу. Слышь, Маратик, а вот стол еще лучше нам под самовар. Да ты шо, какой же он... Ты ж какие богатыри его сюда затаскивали. Он же неподъемный вообще. Мальчики. Катя. Это а вот абажур. Это я думал блюдце. Это не. Абажур под лампу эту? Да, лампа. Абажур. Марат, ты посмотри, какие. Просто я в шоке. Слышишь, вот их бы завести, и чтобы они все одновременно 12 исполнили. Тут такой грохот будет. Я думаю, что да, любой собор позавидует. Как оно будет? Обалдеть. Слышь, а вот чисто одесские с медебейцелами. А вот такие же, поменьше. Так вот там этих бейцелов. Ага. Цветы? Просто нереальный полет фантазии вообще. Это все возможные. Ох, а вот какие. Не, ну вот эти ко мне понравились. Мальчик в рынду бьет. Вот это звон, наверное, стоит. Катюня, что ты там выбираешь? Ты нам здесь нужна, я что-то увидел. Ладно, посмотрим. А, это малыши тут, да? Тут разные, видишь, маленькие. Это для мальчика в комнату. У меня у внука. Морские, вон барометр со всеми делами. Вон внизу вообще, так это... Ага, да, да. Там вообще, если не ошибаюсь, со знаками зодиака вот тут. Просто там столько их такие интересные, все собраны, да? Ну, идет именно девочки играющие. Вот. Угу. Есть только в разных рамках. Вот так они у меня висят. Один, два, три. Угу. Картины. Сереж, ты видел тут щуки? Ткани, смотри. Шушо? Щука там. Да я там картины. Это гобелены, а не ткани, Сереженька. Гобелены вот такой у Давида. Сейчас еще посмотрю. Ага. Хорошо. Гобелен очень дорогой. Смотри. Грамотные вы наши. Да, картина маслом. Катюша, иди я тебе что-то покажу. Что? Я тут еще... Чисто одесские часы, сейчас вернешься. О, что-то тут я прошла и... Зазвенело? Да, что-то. А ну. Смотри, какие часы. О-о-о-о! Мальчик бьет в рынду. Ничего себе, еще рабочие? Должны быть, я не знаю. Представляешь, какой именно приятный звон? Динь. А вон он чисто одесский, видишь? С МДБ целый. Мастер, который чинит. Вон МДБ целый, видишь? Красивенький. Тик-так, тик-так, дзинь. Обалдеть. Ну что, как часы? Они там не... Алине? Да. Тогда и я скинусь. А? Одесский или Липован? Сейчас я пошукаю. Я могу дать и визитку там, короче, там, и деньги. Давай, Алиночки, возьмем. Вы хотели посмотреть? И я тоже попробовать. Чтоб не разлетелись. Что, удобно? Ты? Да. Мадам. Так, Марат, у меня есть, знаешь, сколько? У меня 700, нормально. Сколько? Не, вы, у не, меня 500. Не, вот пусть он сколько? Дает 500. У меня 600. Все, Марат пусть 500 дает. Все, и мы сейчас что-то поторгуемся, да? У меня сразу другая дилемма. Влезет, слышишь, как там? Влезет она в авоську. Картинка. Или забрали его уже? Как забрали? Нет, стоит. Наташа.
Это, конечно, балдеж, спасибо огромное. Я такого никогда не видел. В глазах рябит, они не звенели, мне кажется, что им идет звон. Очень красиво, спасибо за коллекцию. Маратик, чтобы он не шатался, его надо закрутить. Мы хотим этот стул взять для Алиночки, да. За сколько вы нам его отдадите? 1000 гривен. Марат, держи свои 100 обратно. Да не, я тебе дал 500, все нормально. Подожди, вот она пригодится на сигарет. И вот еще я картинку взял. Нет, все, отбой. Сейчас будем торговаться больше еще. Сколько это? Ну, как с вами постоянно, 1100 за все. А, так здесь как раз ровно вот столько же. А ну считайте. Чтоб вы нас всегда так радовали. Спасибо огромное. Прямо. Прямо проверьте круну. Сядь на него, на ровном месте. Да, отойди, ты сейчас на нем и прыгать можно. Елки-палки. Смотри. Теперь у Алины еще лучше фурики будут. Его же надо закрутить под мой размер. Шикарный. Все, ничего не треснуло, ничего не это, все нормально. Давайте его подкрасим. Да. Давайте эстетический вид вам дадим. Какой? Я покажу. Еще один? Фокус-покус? А ну давай, пошли. Не-не, никому, да, чтобы не знали. Катюня, Наташа, можно? Она и эту бутылочку сфотографирует. Оператор, смотри. Это полирует так, что никто никогда не знает. По секрету больше никому. Все. Обалдеть. Он как новый. Все, ты видишь? Все. Хотите дать, давайте я пополирую, а вы торгуйте. Все. Там мне хватит этой салфеточки, да, вот так вот сейчас. Я опача. Так, чтобы не разлить. Так, где там, что там? Я закрою, чтобы не разлилось, потому что пригодится это. Такое добро. Так. Да я вас умоляю, все будет нормально, в этом же и прелесть. Да, мы же не в магазин пришли, мы же хотим, чтобы оно было поцарапанное. Конечно, все. Елки-палки. А это какой-то календарь по солнцу или да? Чернильница. А, вот это. А, это? Мне кажется, что это какой-то... наверное, какая-то стрелочка, мне кажется. Ну вот что-то, да, связанное с календарем, интересное. Тихо. Сережка, ты же там все натер? Все. Да. Все нормально. Не, у меня хватает, она же хорошо впиталась там. Все. Угу. А я? Нормально, 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 нормально. А типа гравюры достаточно. Такие, да? Да, да. Там много в ящике. Угу. Так. Что вы там Наталья, видите, это куда можно положить? Вот да, сюда? Да, просто, все. Да, спасибо. У меня сейчас... Не а ну, давайте поэкспериментируем, потому что у меня аж чешется. Залезет в авоську или не залезет? А ну-ка, вот так вот. Банки кефира, да? Да, а ну-ка. Катюня! Смотри! А? Прямо так к Алине можешь ехать. Со стульчиком я. Алиночка, если что, без авоськи. Все, шедевр. А? Ограда? Ну что? Таки фраер? Эх ты, Наталочка, спасибо огромное. Спасибо за часы большое. Вот эти вот, баллонки за баллонки тебе не хватает. За... Кого? Баллонки. Ой, Марат, так она тебя еще не обзывала. Идем. Все, спасибо, до скорых встреч, до свидания. Все, пока-пока, замечательных вам продаж. Наташ, мы ваш телефон оставим, хорошо? Все, у тебя есть? Да, есть. Все, оставляй. Стулья наполированные. Что еще? А, все, на сегодня уже все, авоськи закончились. Блин, ну идем, пройдемся. А может еще. Сейчас там еще? Может где-то попадется. Обли духами пышную кровать, ведьмин четы, шаминины, и твой черед настал тебя поцеловать. Что, тут рюмок нет, здесь одни эти фигурки. Парир мияром, одеться мама первоцвуца. Оп, ца-ца. Господа голодающие, так что заедем в пельмени все-таки одесские? Марат, там холодец, там шуба, там что-то на первое будет, елки-палки. Компот, томатный сок, десерты есть, что хочешь, пельмени, вареники. О, колосники не надо, где ходишь? Тебе же рейка нужна, может тут найдешь? Какая рейка? Ну, в машину. А, рулевая? Да. Что, сэкономим? Алюминий.
А вон какой. Что? Самовары? Да тут такое. Кать, ты лучше, чем у нас, не найдешь даже. Даже не пытайся. Что тебя интересует? Батарейки? Или электронный штангенциркуль? Что? Да, ну тебе не надо, Катя. Плохо слышу. А вот смотри, калоши. Шо? Ну хорошие, он оригинал. Так, а ты все время мои носишь. Хотел тебе предложить свои заиметь. Вообще-то я думал, что это Марата. Вообще-то я думал, что это все. Ты такой красивый. Что это все мы его носим. Ты такой красивый? Очень красивый. Тут рындочки вон всякие интересные. А что, это стукало не забрал? А вон, видишь? Стучало вот эти вот, которые. Которые известные. Не Мариум, Акмарат? А там очередь то. А, то за серебром, то не за рюмками. Что, Маратик, нашел? Не, я хочу это стеклянную. Стеклянную хочешь? Ну а тебе зачем стеклянная? Чтобы ты видел, что ты пьешь, но ты же сам себе наливаешь, поэтому ты знаешь. Такие, как вы у нас пьете? Все идет. Нет, спасибо. Именно наследники такие граненые. Марат, это раз и на всю жизнь еще и внукам останется, елки-палки. Такие рюмки знатные. Марат, я вам найду, не переживайте. Да нашими поделишься? Не, он хочет не такие. А, вот балованный. Все думают нормально, а ты такой. Еще и как это, не каждую рюмку в рот берешь. Чего? Я тоже люблю из определенной рюмки. Ребята, скажите спасибо барахолке, что до сих пор есть то, что было раньше. Не рабочее, надо делать. Заправлять. Это не знайка. Сколько стоит? 500 гривен. А что так дорого? Потому что это не знайка. Потому что это не знайка, вы не найдете второй нигде. Я вот только хотел сказать, вы с языка сняли, что второго такого нема здесь. И никогда не найдете. Это ну, один в Одессе. Да. Я 40 лет торгую, первый раз попал. 40 лет на фигуру. Катюша, бери, тебя уже почти уговорили. Ну дорого. Ну, а слушай. Нет, хорошо. Тебе что было с чем сравнивать, спаси, почем собака. Вот та. С языком. Гончая. Она $100. Ну, так бери, не знаю, как он дешевле. Нормально? Нет. Фу ты, елки-палки. Марат, а ну, есть деньги у тебя опять? Да не трогай Марата с деньгами. Да я пошутил. А у меня было? А, я стул купил. Все. Без незнаки. Как это, поучаствовал? Катя, ну он красивый, ты будешь жалеть. Ты думаешь? Я не думаю, я точно знаю, что на следующую барахолку его не будет. Вот люди, которые ценители знают, посмотрят видео, придут к этому мужчине и заберут. Один. Это фигуры такой второй в Одессе не найдешь. Так это тот известный художник, который сделал только первую поделку, его сразу на другую работу взяли, все, и больше не было у него поделок. Одна. Да возьми ты неспокойная. Марат, скажи ей что-нибудь. Вы денег не потеряете на ней, в интернете дороже можно продать. Да она не зарабатывает, она так для счастья, просто я знаю, что она потом будет делать ночью. Крутиться. Мужа будет тягать, ты что? Нет, как раз не будет. Я говорю, давай, она говорит, не, не могу, у меня голова болит. Я говорю, а чего? Да вот незнайка с головы не вылазит. Катя, сделай мне приятно этой ночью, купи себе незнайку. Хорошо. Уговорил я ее, все. Выручку напополам. Да, давай деньги. Катюня, вот сними эту собаку поближе, такой даже у Гены нет. Старинная, довоенная, выглядит как будто только-только. Сережа, ну ты хоть уже елки-палки не повторяй. Все, сдачу я возьму, спасибо огромное. Не, вообще-то сдачу я возьму. Успокоилась, я что-то ударом тебя уговаривал, я же знал, что она какую купюру выгулит. Все, спасибо огромное. Спасибо. Вот так вот и работаем, ты понял, Марат? Марат. Она в вечере заберет. Мне тоже очень правильно, Маратик? Да у меня вкус еще... Сам себе порой завидую, думаю, в кого ж ты такой? О, хороший, еще и кортик. Ё-моё. Тебе не надо. Это же не незнайка. Катя, если не дороже 500 гривен, то мне надо. Потому что могу себе позволить теперь. Это тебе так кажется. О. А вдруг я сейчас еще что-нибудь слушай, вижу? А, что, Сережа? Я же у Наташи забыл спросить. Она же, наверное, точно знает. Что? Художника по металлу. А, ну так... Ой, Катя, вот в эту витрину даже не заглядывай.
Особенно вниз справа. Еще ближе телефон. Еще ближе. Ё-моё, тебя учить надо. Вот так вот, да. Не торопись. Поближе телефон, чтобы не было видно зеркало. О. Очень красиво. Все, Марат. А это надо. Статуэтка. А вот то, смотри. Кто это? Колумб? На Георгия Пятого больше похоже. Я что-то ни с тем, ни с тем не знаком. Но... Король, скорее всего. Да? Ну, по одежде так ясно. Города, вот это все. Ну, очень. Может, Магеллан? Они все раньше такие были. Да нет, были. Сереж, ну какой Магеллан? Могла бы хоть раз подсказать. А? Что? Ё-моё. Что, еще с педалью газа, ты видишь? Та печка так кочегарит, что. Шикардос. Графья знатная. Катюня, шкатулочка, посмотри, какая. Внизу. Посмотри на выражение их лиц. Да это просто музейные экспонаты. Здрасте. Здравствуйте. О, Сереж. Шо? Тебе такое надо. Это Марату в рыбалку играть. Обалдеть. Ну это же трон. Обалдеть. Ты бы хотел на таком? Не-не-не. Мне кажется, что если бы ты на таком за столом попроще. Сидел, дети бы у тебя сразу же как это, не вставая бы сидели и кушали. Ё-моё. Надо ехать. По-любому. По-любому все скучно. Откручивается, наливается. Вагарби. Сереж, Рында. Шо? О! Да нельзя ж такое показывать. Ёлки-палки. Вот это да. Можно хоть за край потрогать. Ёшкин кот. А ты можешь поз... Катя, вот такая. Вот такая толщина. Блин. Рындани. А как? Ее надо, чтобы рындануть, ее надо так вот придержать. Давай я подержу, а ты рындани. А я же не умею. Лучше ну я дерни. Подержу. Ты держишь? Да. Держи ровно. Хорошая. Ё-моё. Офигеть, все люди собернулись. Ребята, это вы не пугайтесь. Все, ты понял? Опускай. Смотри, обалдеть. Тяжеленная. Сколько такая прелесть? $300. Понакупал, блин. Ладно. 300. Да за такую 400 можно дать. Обалдеть. Вот это как дал. Ты видел? Ты, да, ты не видел, что что тушканчики повыглядывали. Да так у меня до сих пор звенит. Вот это да. Вот такая толщина, век на лодке не кататься. Ты слышал, как я в рынке взял? Да. Ё-моё. Хорошая, просто хорошая. Все, ребята, поехали дальше по делам. А что это? У нас куча дел, куча дел. Шо-шо? Это что? Что ты там покупаешь дядя, уже, Катюша? Это ручка? Это немецкий дверной молоточек. А, на вот, дверях он закрепляется, двери стучат. О, какой здоровский. Довоенный еще в родной краске. И шо, сколько стоит? Тоже 300? Че, дешевле рынды? 6 тысяч гривен, 150 евро. Ё-моё. Он, конечно, очень красивый. Катюша, долби не хочу. Ты не можешь держать. Шикарный. Таких не короче, за 400 можно все забрать. Немало тебе случайно лишних, нет, откуда у тебя нет, деньги. Ёханый бабай. Шикарный дятел. Так мне теперь эта рында снится будет. А мне дятел. Дятел и рынду за 400. Ой, так как грошей напечатаем так. Ну хоть знаем, куда уже идти. Спасибо огромное. Не блин, покажешь это слышишь? Никому. Звенит в ухе до сих пор, елки-палки. А дятел какой? Ты видел, какой шикарный? Да какой дятел? Сережа. Катя, рында вот такая, Марат. Висит, ты его за веревочку дергаешь, и он тебе дынь, идем дынь, сейчас той дорогой дынь. Спустимся. Прям как я тебе по едем. Голове. Слышишь, когда мне что-то надо? Слышишь? Да я за другой. Я так долбанул в рынду, что я даже забыл, что я есть хочу. Понял? Вот насколько. Слушай, так это рында для похудения. Как дал, и есть не надо. Так, мне теперь мальвина нужна. Что это? Мальвина. Цветок такой? Буратино. Ну, незнайка у меня есть, теперь мне нужна мальвина. Подожди. Мальвина
То у Буратино. Ты, деревня, значит, идем. Значит, Буратино. Все. У Незнайки карандаш был какой-то, да? То друг его. Короче, надо мне теперь всех. Пиноккио у нас есть. Вот, винтик и шпунтик был. Мальвины ей надо. Что это, шпаги? А, это как, ну погоди, когда он яблоки и в потолок. Брррр. Блин, обалдеть. Оригинал, ты посмотри. Крутяк. О, молотки. Топоры, ручки. Это уже земля. О, рога до сих пор продаются, Марат. Точнее, один рог. Бачишь какой? Да. Серьезный. Да вообще вон тот. Да-да, я... Агрегатина. Где эта мальвина? Катюни, не отставай, поехали. О, Марат, потом потеплеет, я тебя сюда свожу. Там такой каштан самый здоровый. Марат, кайфанули? Да еще как. Так, ну что? Дай, дай помолчать. Видишь, я иду молчу и наслаждаюсь. Да, иди снимай молча. Куда мы сейчас, к моей ванной? А потом заедем к Кармену. Ненадолго. Не, подожди, это ж в разные точки. Ничего, так мы же тебя повезем к Свете потом. А ты со Светой, мы тогда говорились, поедешь домой? Не-не-не-не. Армен сказал, чтобы мы без тебя не приезжали. А почем столик? Это не столик, это стулик. Стулик? Да. А я думал, он... Не-не-не-не-не. Столик. Если бы поднимался, то был бы зонтиком, а так... Стулик, просто вверх ногами. Марат, ну ты уже Амура поймал, ну уже успокойся, елки, побереги червей. Мы ему, наверное, надоели. Сделай сегодня выходной. Не, при чем тут это? Что, ты же сидишь в машине, мы сейчас к Майе Ивановне, потом к Кармену, потом домой. А вот только потом поедим. Что вам тут надо? Что? Что-то надо? Ну, Сережа здесь купил казанчик. Не здесь, а там дальше. Да? Да. Ну, ни в этом, не пользовался, в этом месте. Сладкий динамайк. Да, ох, ножи, топоры. Вон графин есть, Марат. Ну, нету лафетников. Все. Ребзя. Подались. Идем, идем. Короче, я понял, не... А бидончик помнишь такой? С молоком? Не уйдем. Я ходила с таким бидончиком за молоком. Шумовочка, ну это мягенькая, да? Это тоже мягенькая такая. Интересно. Шо, бидончик? А, да. Поехали. Поехали. Марат, сейчас и мы с тобой так будем. Я тебе говорю, короче, собирались. Марат, как начал мне закатывать вот это вот еврейские легенды, потому что надо кушать вовремя. Ага, сделали паузу, ну здесь близко кто? Одесские пельмени. Сейчас как дадим, перекусим и дальше таки поедем. Эх ты, а голуби знают, где питаться, да? Ребята, господа, приезжие, сейчас же весна, вас поедет столько. Пока вы к нам доберетесь на Таирово, вот там вот ЖД вокзал. Вот только приехали, вышли вот сюда.
на Ришельевскую. Самая известная улица. Почему? Потому что там находится ресторан «Черное море». Я там 5,5 лет отработал. Ох, и времена были. Казино, домино, банкеты. Да ты шо? Сереж, мы пойдем кушать? Я людям показываю, вот тебе. Да приехали. Ты уже и про казино, и про 20 ребята, лет, и про вкус... «Черное море». Слышишь, ну ты точно, пока тебя не покормишь, из себя человека не получится. Да ты шо, аккуратненько заходи в него. Здрасте, 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 здрасте. Не сегодня снимаю, не снимаю иди вас. Иди котлеты сними, давай не мешай людям готовить. Здрасте, кто крайний. Ё-моё. Отбивные котлеты. Все, 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 договорились, дать им вам показать, что мы не для себя снимаем. Для людей, которые приезжают в Одессу из вокзала, голодные в полуоборочном состоянии. Боже мой, у вас сегодня прямо как это? Полный, так как всегда, полный. Хорошо, еще и плов. Что у вас сегодня на первое? На первое суп харчо. О, Марат, твой любимый, нам две порции, Катя, не будет. Она будет вареники с капустой. И борщ зеленый есть. У тебя будет зеленый борщ. Блин, я тоже буду зеленый борщ. Капустяк есть постный, потому что постный. Марат, нам надо что-то с тобой постное приготовить. Так, шубу, холодец хоть где-то холодец? Покушаю, конечно, будет. Или закусишь? Много не берите, вы в прошлый раз набрали, что я... Марат, мы в прошлый раз мы приезжали без тебя и набрали еще больше и все съели. Здесь так вкусно, я просто знаю, по-домашнему. Так, Сережа, телефон оставил? Пельмени, можно сало, уже я? Шо? Какой у вас тут адрес? Ришельевская сколько? 69. О, твое любимое. Все, садимся, поедим. Всем приятного аппетита. Но мы с вами не прощаемся, нам еще, мы еще будем и будем, да. Да ты что, ручная лепка. Они у вас такие вкусные, что даже не хватает мне просто слов передать, насколько. Вкусно, да? Да. Но все, мы к вам вкусно. Придем за рецептом, так что вы не переживайте. Будем лепить вместе. Мы прием налепим. Все. Не, мы же хотим и научиться, и людей научить там, чтобы... Все секреты. Игорь все сам покажет. Добро, добро, добро. Еще и вареники с вишней налепим, потому что у меня банка такой вкуснятины лежит. Подписчики писали, если не ошибаюсь, тетя Наташа из Черкас. Они так я ее до сих пор не ем, жду. Что? Они у вас прямо вот так вот несколько... Уже, да, уже в пакетике заготовленные, да, там фарш, там, здесь тебе. Там дают эти вот, они же там тоже лепят. Кругляшочки, да? Со всех сторон лепят. Там тесто делают. А я здесь только... Смотри, прямо можно как это... Медитировать. Фу, хочу сказать одно, что я такого вкусного зеленого борща уже даже не помню, когда я ел. Ё-моё, да, это очень вкусно. А Наполеон тоже ваша работа? Ну, конечно. Ёшкин кот. Да ты шо? Блин, а как же нам его? У тебя кто-то пек Наполеон дома? Я когда-то пекла. Ты пекла? У меня Надя сестра, Надюша. Сейчас она в Японии далеко-далеко. Пахнет именно так же. Вы нам дадите кусочек маленький. Просто так. Да не, я хочу Наде пофотографировать, отправить. Это все-таки воспоминания из детства. Вы вставайте, я сейчас там сяду, буду лепить дальше. Там. Хотя нам надо ехать. Спасибо огромное за вкусный обед. Ребята, дам кому даже лень сюда идти на 69 Ришельевскую. Вот вам приложение, сами привезут. Обалдеть. Слышь, а что ж мы даже котлеты не попробовали, потому Сережа, что я уже не могу. Сережа, куда уже котлеты, мои хорошие? Фу, я даже... Там вон и сало, и, толком... и помидоры я вот такие очень люблю. Вот эти по-липовански? Угу. Ну, это не по-липовански. Да, вкуснячие. Ага, а ну, оператор. Он, коржи тонкие, домашнее молоко, домашние яйца. Только в этом в креме нету у нас белка, только желток. Только желток? Желток, потому что если будет белок, оно совсем это не тот крем. Это не одесский будет. Да ты что? Не одесский еще. Ну все, еще же не пропитался, свежий, ничего. Да. Ох, красавец, ох, красавец. А Катюня, кстати, любит вот такой, чтобы не пропитался. Угу. Чтоб хрустел. Вот-вот. Смотри, какой. Давайте я вот так вот его сейчас разверну, а вы его вот так вот домиком его хлобысь, и я ручкой помогу. Так ты шо? Нет-нет-нет-нет, достаточно. Это Марату в рот. Не-не-не-не. Что ты? Вот так вот его сейчас сюда. Опача, все. Сейчас дам кулечек. Видишь, он даже... Вот еще не пропитался хорошо. Сережка, ты уже извозился, а? Вот это вы большие молодцы. Что мы не сразу поехали по делам, а заехали перекусить.
И Катюня добрее стала. Да, а то совсем уже плохая начала становиться. Так что, друзьяки, едем дальше. Ты с нами сегодня или нет? Не, я домой. Поползу. Сам дойдешь? Еле-еле, да. Своими ногами? Ну, наелся чуть? Харчо вкусный? Все вкусно. Ну, ты смотри, чтобы не отшибло, тебе завтра готовим постный. Я хочу постный. Пельмешек домой взять. Да. Килограммчик. Да. А Свете? Это Свете. Свинину, говядину? А да. Вареники, может, Света твои будет? Вот эти, вот эти, которые я ел только что. Да, свинина, говядина, которые там вот лепят их. И что там лепят, там варят и тут сразу едят. Так что, друзья, все в одесские пельмени, да. Ну, а вы с нами гулять по Одессе, потому что что? Потому что так надо. Прямо променад сегодня. Ох, куча дел, куча дел. Скажи мне, мама же на посту, мы маме ничего не будем брать, да? Ладно. У нас это, капустняк постный. У нас тоже постные люди. Оператор снимаешь? Угу. Да ты что, хозяйка самовара. И елки-палки. Майя Ивановна, смотрите, это, короче, легкий липованский деликатес. Да. Тут малосольное, копченое и горячего копчения. Это самый шикарный деликатес. Как это? Стульчик есть? Лучше присядьте. Хочу вам кое-что показать. Самовар ваш мы сегодня забрали. Стойте, я сейчас покажу. Ну что, он даже верхушку нашел? Он нашел и корону, и все дела. Обалдеть. Смотрите. Вот это да. Алиночка, позвольте, я на ваш столик. Так, и колпачок нашел, и корону нашел, и тут отполировал. Ну, Артур, золотые руки, да? Люди, да? Посмотрите, какой он красавец, да? Это просто прелесть. Посмотри, самовар. Идем сейчас. Да чего можно не быстро, я сейчас покажу. Здравствуйте. Самовар узнаете? Приблизительно. Приблизительно. Да. Это вот Артурчик вот такое вот дело сделал. Так что будем пить чай с удовольствием. Он возился с ним 2 месяца. Он говорит, только никель этот снимал сколько там дней. Он 2 дня собирал его. Он его разобрал, а потом 2 дня собирал. Ручки снял с другого самовара. Это заказал с Киева. Однозначно. Да. Большие молодцы. Так, ребятки, шо? Я иду курей греть и рыбу греть. Майя Ивановна, мы только что имели неосторожность. У нас Марат умирал с голоду. Мы его завезли в одесские пельмени. Вот я сейчас, я теперь умираю, только уже не от голоду. Вот переели. И холодец, там и шубы, и пельмени, и борщ зеленый. Все по-домашнему, заходим. Такая хорошая. Закрываем. Да, все время лежит. Что, а у вас все лучше и лучше, да? Ну, погода уже хорошая такая. Даже не кричи, собаку не пугай. Ой, боже мой. Это новый? Да. С востока. Майя Ивановна, а? С востока. Приехала. Да ты что, наш ты хороший. Боится, видишь. Мой, ты боишься. Девочка. 8 месяцев. Она еще молоденькая. Ты маленькая красавица. А овчарка какая? Нет, это не овчарка. Ну очень похоже. Тут тебе и Коли, тут красивая, тебе и овчарка. Смотрите, а глазки просто супер, да? Боюсь. Ты моя принцесса, тут на тебя. Давай, будешь хозяйка здесь. И морковка у нее там, и огурец есть. Смотри, Майя Ивановна тоже повыносила все на улицу, понимаешь? Лимоны посадить зацвели уже у человека. Да. Бачишь? Какие огромные. Вот это? С сосульками? С висюльками? Красиво. Ох, и красиво. Кучерявая. Я хотела, чтобы это увидела Аленочка. Майя Ивановна, это захотят ноги увидеть. Что это за прелесть такая? Ну, этот вот, мужчина. Вот так вы ее аккуратненько, красивенько. Лещина, это орех? Нет. Это орех? Это а вы сорта. У Алены просили у меня какой-то орех. Орех с белыми кожами. Вот к чему я веду. А ну расскажите, потому что я начала говорить. Покажи мне ее. Алене. Вот это. Так. Я ей даю хороший, уже укорененный отросток. Она мне пусть даст. Или укоренит. Или даст веточку. Она того. Сделает все, что надо, сделает. Вот я потому... уверена. Аленочка у нас такая, что потому все даст. Что... Я уверена, что у нее этого нет, скорее всего, да? Ну, не видела я такого, но очень красиво. Он красивый. Такого красивый. Не видели, такого не видели. Я же вот формирую, я же все на штамбе делаю. Вот у меня эти, вот пион на штамбе. Пионы, смотри, Катюша. Ваши пионы ты все бачишь? Пришли. Ну, хорошо. Да, но там такие почки. В этом пионе, в этом кусте должно быть штук 30 цветков, которые я вам дала. Не знаю, поняла? Буду смотреть. Я от Сережи говорю. Если вы только его не делили, нет, мы его посадили как все как есть, да, в оригинале. А следующим годом и полтинник.
Так а у нас их штук, вы нам... Так в следующем году и ей полтинник будет. Все нормально. Сережа, это ценность. Да? Да. Ну, он очень хороший. Что ты, блин, да я тебя вообще не слушаю. Так и не слушай. Что это, кофе? Это нет, это я вам даю Бругмансию. Ой-ой-ой. Это вот колокола. Это я нет, нет. Я присылала тебе фото. Это нет, нет, нет. Домашняя? Домашняя, да. Пересадите. Как ты решишь? Горшочек винтажный. Там что, вот это что-то поползло туда по беседке. Я вот за такое тебе говорил. Вот тот с белыми листиками, с прожилками голден. Вот это, сынулечка, обстриг, потому что оно уже такое огромное. Ну, оно же было лохматое и красиво висело. Это же плющ, оно нет? Оно будет еще красивее, да. Да? Да, оно будет еще красивее. А его нема отростка, или его может чихнуть и в воду поставить? Да? Извините, мы просто, как обычно, торопимся, еще там Армен нас ждет. Мне отключаться уже? Да. А куда вы его посадите? Вот вы продумали, куда вы его посадите? Есть, у меня есть пробел возле колодца, лысый забор. Вот он по забору у меня пойдет в продолжение. Отлично, я сейчас откапываю. Все, давайте лопату. Вот это? Ага. Вот это? Это что? Плющ, ой, этот, гортензия. А-а-а. Сейчас ты же ее видела, да, недавно сегодня, в агромаркете. Сегодня. Это сегодня. 54 гривночек не дали. Это было на секундочку, Катя. Было в тот раз. Вы видели, какая она дорогая? Она аж дорогая. Я аж подскакивала. Ей 25 лет. У меня всему 25 лет, потому что я тогда начала привозить это все с Германии. Ага. Ах ты, немецкая прелесть. Как прижилась-то? Сейчас я покажу, какая она красивая. Катюня, так. Смотри внимательно, здесь миллион фотографий. О, вот это я вам дам. Вот. Только а, один, это то, что вы мне говорили для композиции, да. Да. Ага. А не привезла горшок для композиции? Нет, а вы же, ну вот. Ну, надо как-нибудь. Эх, девочки. Вот, вот такой, такую гераньку для композиции туда. Потом у меня есть висячая, вот красивая, смотри. Через окно. Видишь? Майя Ивановна, да, 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 да. Одень его, одень его. Это, вас или это Майя Ивановна? Давайте. Я думала, он вам принес. Игорь. Вот такой вот, да. Сам за собой. Ухаживай сейчас ручку аккуратно. Все, попал, не попал. Сейчас две секундочки, я вам попадаю. Неправда. Вот так вот. Неправда. Все. Вот прохладненько. Застегивай, да, да? Туда же. Не, ага, надо. Ну, ну его можно еще и вить, правда, ведь на арку. Вот вместе, а, вот вместе посадить. С ними. Это и еще одно дам. Запоминай. Марьяна, мы посмотрим, что у нас случится за наше лето. Есть у нас... Мои знакомые. Ага. Дети моих друзей. Чтобы вы посмотрели, да, у них дизайн. Там мы вырастим и сами будем показывать. У всех хорошо, и у нас будет не хуже. Смотри, плющ, который... Ты меня спрашивала в агромаркете? А? Угу. А Майя Ивановна увидела быстрее даже, чем вышло видео. Спасибо огромное. Так ты за ним уже три раза, как в агромаркет приходишь, а, да? Так и охотишься. Ого. Все, и этого мне хватит. Смотри. Для красоты, я да. Я тебе уже даю. Это так, один. Это один порода. Это два и это три. Все, прям букет какой-то. Ты поняла, как на том заборе будет? Ты что, в Альпах будут завидовать? Прям твое как? Ты же говорил, что ты пестрик был. У меня еще вот, я с Германии пестрик какой привезла. Ага. Один дать росток. Дать. Но жалко для улицы. Чего? Тогда не давайте, не надо, пусть у вас Германия они, растет. Они не растут. Где-то, вот можно даже под... ой, под этой... акации. Вы имеете в виду, что он не приживется? Нет, он пойдет по акации. Плестись. Давайте, я еще не знаю, что нам Армен даст. Мы сейчас еще к Армену заедем, елки-палки. Да у нас потихонечку. Потихоньку. Той акации убрать одну ветку. Боковую. Которая на качели туда идет? Дома. А, сюда, которая идет? Она вам не нужна. Ну, посмотрим и еще. И посадить там вечно зеленые... магнолию или сакуру красивую. На сакуру надо колоновидную, узкую такую вверх. И там у вас будет красиво тогда. Но лучше на магнолию я бью. Вечно зеленая. Да сколько мы там живем? Не полный год, мы еще даже не так успели. Она еще не успела, она надоест. Посмотрим, если что, я пилить умею, срежем быстренько.
И у вас тогда будет там местечко, скамеечка вот. Ага. И, ну, белый у меня будет. Шик и блеск. Спасибо вам и за это. Столько и так уже всего-всего. По списку, там список не заканчивается. Два блюда дала, машинка доски, молоток дала, семье тарелку отказались, да? Не знаю. Открывашку вина дала, две яйца дала, японские зонтики дала. Этому дала, этому дала, этому дала, этому дала. А этому тоже дала. А вот моя ванна. Не, ну балдеж, слушай, 25 лет этому кусту, ты понимаешь? Такому, да. Там вот этой вот гортензии. Я привезла вот такой вот кусочек. Угу. Я все вот это, тис, все привозила. Не было же здесь магазина. Вы большая молодец. Все, да. Кармену. Ох и день сегодня, я тебе говорю, променад целый настоящий, елки-палки. Вилы. И вилы взял, да. Вот моя ванна. Ты что, снимаешь-то? Дай порадоваться, елки-палки. Ну, моя Ивановна. Спасибо огромное. Друзья, извините, и так, я даже не знаю, насколько это видео получилось, как обычно, наверное, часов на больше, чем один. Арменам не будем дальше время ваше воровать. Спасибо огромное, что гуляли с нами, заезжали тудой, сюдой, погуляли по Одессе. Ну, так вот происходит все дни. Быстро, шустро, раз и стемнело. Ну, ничего, скоро дни станут длиннее. Ага. И все будет хорошо. Так что от всей души и с хорошим настроением для вас сегодня помотала по Одессе. Марат, рыбак, оператор, молчит сегодня целый день. Ну, я, Одесский Липован. У которого рот не закрывается. Да потому что от радости. Всем пока-пока. Чао. Чао. Эх ты. А как я на Яве гонял, ты видела? Вот мне бы. Яву?